вперше зайшов на кухню Мастер-Шеф як учасник 20-ки, ну, у мене там все всередині розривалось. Мамочка, ради мене обратно. Перечуття чогось нового, знаєте. Я просто розумію, що з цього моменту, як ми зайшли, переступили просто порог цієї кухні, буквально у всіх, кожного з нас, просто починається життя по-новому. О, Боже! Вже в 20-ки, це вже перемога. Це вже побіда. Гордість взяла верх, звісно. Гордий орел я, да? Я иду себе и думаю, я лучший повар, я все умею, я все знаю, я лучший повар, я умею, я все знаю, я все делаю, я все делаю, я все делаю. Четыре команды, о нет. Капец. Я себя еще не ощущаю звездой, вот, но ощущаю уже каким-то особенным человеком, потому что из скольки тысяч я все-таки попала, значит, я молодец. Тихо-тихо, судьи идут. Кращих юних кулінарів-аматорів. Нарешті ми можемо сказати, ласкаво просимо на легендарну кухню «Мастер-шеф». Оце моє тіло, ноги, ляжки, задниця, як холодеся. Я себе не можу здержати, знаєш, то як от холода, оце ж ти що таке, тіліпа тебе. А ми поки давайте трохи розслабимось та вперше в цьому сезоні поділимось на команди. Їх сьогодні буде 4. А визначити перших капітанів нам допоможе доля або відерко з вашими іменами. Ох. Перший капітан. Зараз я буду. Юрко. Я не дуже хотів бути капітаном на першому конкурсі, бо велика відповідальність стоїть. Це таки перший ефір, ми адаптовуємося до кухні, до девайсів, до кладової, до того всього. Обирай собі фартуха. Синій. Синій. Кесієн. А другим капітаном стане... Переживав, коли, знаєте, заповнював лотерею на лото в неділю зранку. А то він мішає. Я так хотіла бути капітаном взагалі, і я вже стою. Думаю, господи, ну, пожалуйста. О! Настя! Обирай колір фартуха. Красний. Окей. У нього красиві глаза. Виділи глаза? Вони такі аж яркі, от хочеться на них так нырнути, забирай мене, я весь твій. Ось така. Да, вони такі губки класні ще. Красива дівчинка. Мені подобається. І кесієнт... Наступним капітаном буде... Женя. Це вообще не моє. Я за школі, що на танцях, я не люблю за що так печать. Просто списую за своїх рук, это все і все. Мені хорошо, коли хтось, якщо какой-то левый чувак, левый чел, он за все это отвечает и все. А я просто отвечаю за свой личный процесс. У меня есть младшая сестра Лера, и как бы не то, чтобы я за нее там как-то мажу, отвечаю, там, просто вот забери со школы ее, отвези на танцы. Это единственное то, что я типа там вот так вот как-то отвечаю, и все. Кто ж будет четвертым капитаном, якому дістанеться жовтий фартух? Марк. Аплодисменты, пожалуйста. Я капитан. Я думаю, меня не будут слушаться. Ну ладно, я только думаю, ну, надо ж пафосно выйти. Я вас не подведу. Хотел красный. Красный цвет победы. Спасибо. Угу. Ну, а желтый так цвет. Дурочка. Солнышко.
Капітане, а зараз за моєю командою ви будете по черзі обирати учасників. Можна я перший буду вибирати? Розпочнемо з Юрка. Ярик, іди сюди. Пішли. Я вибрав першого Ярика, тому що він найкращий мій друг на проєкті. Ми з ним познайомились ще на зйомках, як була сотня. Настя, а ти кого береш? Кароліна. Я думала, если у нас будут десерты, то, в принципе, она у нас очень хорошо в этом разбирается. Будем рвать. Скажешь? Наташа. Наташа для меня нормальная подруга на проекте. Она добрая, хорошая, с мозгами, не тупа девочка, так что все. Женя. Ну, вроде бы там без психов, без паники. А мне очень важно, когда в команде не больше двух человек, которые могут паниковать. Это я и еще кто-то. А теперь, Марк, скажи, кого ты выбираешь? Я выбираю француза. А чего француз? Ну, он похож на француза. Ми сюди тільки приїхали, зібралася наша двадцятка. Він так ту прическу набіг, так говорить «месьє» і там тому подібне. Марк, братан мій, це нормально. Це мій мужчина, ти що? Ми з ним так дружимо, ось ось. Єдинок дружби ця. Ми з французом зробили на ще кулінарній школі браслетики, до фіналу дійдемо. От коли, якщо я ухожу, і він уходить перший, ми їх зриваємо. А так ми вместе доходимо до фіналу. Ну ми нормальні, якщо що. Просто, ну таке от, знаєте, трохи мене нагадує. Він то любить теж, що там поржає десь там. Юрко? Маша. Я взяв Марію, тому що вона також сильний кулінар. Багато процесів може зробити, там, наприклад, паста в неї хороша виходить. Марія каже, бери Мирославу, бери Мирославу. Та добре, я взяв, думаю, хай буде. Останній я взяв Дашу. Настя. Артур. Артур у нас очень хорошо ладит с мясом, с рыбой, вот, то есть в этой части. Потом я взяла Игоря. Да, и последний был у меня Олег. Женя. Лиза. Лиза тоже такая добрая, хорошая, мы с ней тоже так еще более-менее как-то там общаемся. Вот потом была Таня, тоже все хорошо, там ни психов, ни криков, ничего. Вот, ну и потом был Геворг. Нам нужна какая-нибудь сильная мужская рука. Вот. И Геворг сегодня выступал в этой роли. Марк. Саша. Добро пожаловать. Баста, отлично. Здравствуйте, мужчина. Сашу Шульгу я выбрал, потому что вот он такой серьезный парень. Он уравновешенный. Потом я выбирал Ярика. Ну, это у меня какие-то лапы. Уже смешно. Давай, давай. Ну, Ярик, во-первых, хорошо готовит, а во-вторых, Ярик просто тоже четкий пацан. И он поет, потому что не похож на Циона. Ну и Сашко, приеднуйся до команды жовтих. Я выбираю Сашу. То ты шо? Мене выбрали автоматически, потому что я последний остався. Ну, честно, мне все равно, хай вони недооценивают. Там выбирают не то, что даже хорошо готовишь, а там по дружбе. Ну що ж, команди, зараз на вас чекає зовсім нове випробування. Абсолютно. Абсолютна прем'єра. У сьогоднішньому випробуванні буде три етапи. На кожному з них ви готуватимете нову страву. Без рецепту, але за ключовими словами. Кожна подана нам сьогодні страва має відповідати одному слову з кулінарного набору, одному з географічного та одному з асоціативного. Руки базуки. Це наші слова, наші враження, так? Хештеги. Хештег. Так, можете називати ключові слова на свій молодіжний лад хештегами. Після кожного етапу ми скуштуємо ваші творіння та визначимо найгіршу та найкращу страву.
Команда лузерів отримає чорний фартух, і капітан вирішить, на кого його надіти. А команда переможців обере три ключових слова на наступний етап. Аби визначити того, хто вибере слова на перший етап, ми проведемо експрес-битву серед капітанів. Експрес-битва триватиме 10 хвилин. Основні етапи – по 30 хвилин. Всі продукти та девайси ви знайдете в коморах. Ми всі такі перепугані, заходимо на робочий столи. Я смотрю і думаю, так, що це може бути? Овочі? Я думаю, сало можна було не різати, не наїзка. Капітане, вам потрібно приготувати італійський суп «Мінестроне». Готовий? Да. Да. Щас пішов. Паніка в голові. Що ви робите? Знаєте, от ці маленькі марки бігають у мене в голові. От це листики кидають його. Как? Нет рецепта. Франц, мелким кубиком. Бруно ріж. Все? Усе. Кроме горошка, якщо там є. Я йому казав, якщо ти не добре зробиш, то тебе шлях ясний трав. То не матюгні. Ну то в нас така ж, то не звертай, то не матюк, то запікувати не треба. Марк воду підсолив, чи тьфу, воду, бульйон. Спочатку попробуй, не сип нічого, може він вже солоний. Ні, він не солений. Настя, Настя, Настя. Якщо Настя зараз виграє, а вона щось виграє, вона, у нас буде, коротше, фора. Чесно говоря, може бути, коли я там услышала про цю міністрону, але я ніколи його не готувала. Всі одинакові ще кусочки повинні бути. Самое главное, не нужно ровно резать всякие, ну там, перец, помидоры, потому что Эктор очень такой прискипливый, да, к нарезке особенно. Ну вот, в общем, я это все порезала, я сначала картошку кинула, потому что она дольше всего варится, потом лук пюре, добавила в этот бульон чеснока, чтобы она так немного приобрела такой интересный аромат. А спаржа тоже получается мелко? А спаржу нужно было первой бросить. Я выкупаю, чтобы я нифига не поднизила спаржу, я ничего не бросила макароны свои, зато я режу помидоры. Вот помидоры порезать – это самое главное было для меня. А шкурку Женя не снимает на помидоре? В смысле, снимаю? Нет, бы сказать, чтобы снимала. Жень, ты сняла шкурку? Что? Жень, шкурка, помидорка. Не надо, не важно. Может, надо было? Ну, она разварится, в принципе, хотя она будет пленкой. Она будет пленкой. Поздновато. Чекай. Суп мінестроне характерний тим, що там має бути 7 видів овочів. Тим, що там треба правильно додати овочі в правильній послідовності. Я чувствую, ми повинні просто виграти. То я давав, то я давав. То? Сіль, де сіль? Юра, якщо все готово, все, роби презентацію. На презентації я, як завжди, ляпаю. Я той суп можна було нормально налити. Я як ляпнув по тарілці. Ну, то так, як я люблю завжди втупити в такому самому простішому. Суп не налити в тарілку нормально. Там трава гарна. Прискорюйтесь, ви дуже повільно працюєте. Машина, це перший раз. Не трогайте моїх дітей. 10. 9. А! О, Боже! 8. Юра, давай, пожалуйста! Юра! Настя! Юра, пожалуйста! Настя! Настя! Не кричіть! 6. Женя! 5. Юра! 4. 4. 3. Юра, все! 1. Юра, пожалуйста! Щас вийшов! Я
я первая, подходит ко мне Эктор и начинает там пробовать, расспрашивать. Женя, так он ты задоволена своєю стравою? Да. Ну, щось ти не дуже впевнена. Там же Эктор. Угу, понятно, хорошо. Развернулся, пошел дальше. Там что-то у Насти, по-моему, попробовал. Зрозуміло. Юрко. Юрко. Тобі подобається нарізка овочів? Ні. Yeah. А це навіщо? Для красоти. От лавровий листок, що кидається в суп на 15 минут в кінці, да? Він його поклав сухий для презентації на тарілку. Якщо поклав на тарілку, їж. Подивимось, що сподобається. Не кривися, там должно було все істівне. О! Марк! Марк! Ти закохався? Кривися. Да? Да, да, я влюбился. Ну, не знаю, я вообще, да, пересолил, ну как влюбился, не знаю, проявить у меня симпатия. Серед усіх страв був мінестроне, який мене приємно вразив своєю правильною густотою та легкістю смаків. Автор цієї страви... Капітан команди... Червоних. Я що говорив? Настя, красотка. Хто тебе вчив лавровий лист класти на тарілку? Там должно бути все сідомне. Червоні, зараз ви маєте вибрати три ключових слова. Хаштакс. Нормальне беріть. Коли вони вибирали, я хотіла вибрати Хогвартс. Тому що я б так зробила. Давай візьмемо Прованс. Прованс? Що будемо готувати на Прованс? Взяти якусь там просто Францію, там вибрати шоколад. І, не знаю, взяти по-багатому, спекти три шоколадних фондана теж не хотілося. Хотілося щось таке теж. Щось складненьке, цікавеньке. Що в ті сторінки? Біткоїн. Господи, я такий сон не знаю. То, що знаєте. Я нічого не знаю. Біткоїни – це, типу, деньги такі. Я знаю, що це. Ешкіри. Я не знаю, що це. Там були всякі такі хайп, деп, що було, чекайте, ешкіри. Ешкерет, мов, я знайшов в інтернеті, воно перекладається, давай візьмі це. Але я не знаю, ну коротше, то якась дурнота. Але писало ешкерет, то зараз популярне, ті всі всякі штуки. Далі хайп писало. Хайп – це популярне. А деп – це ось це. Це деп, це коротше, ну, всякі є штуки. І, коротше, це круто, коли тебе там якийсь батл чи ще щось, ти такий переміг, там деп і все. Давайте візьмемо токи, спрямуємо і що те, що туди. Червоні! Червоні, ви вже визначились? Токіо, креветки, да? Токіо. Креветки тигрові. І по-багатому. По-багатому.
я чуть-чуть так поднапряглась, потому что понимаю, ну, Токио, Токио, что это, по-моему, Япония. Окей, Япония, хорошо. Креветки, ну, о, хорошо, может быть, это о, море, креветки, ладно. Но по-богатому, креветки и по-богатому, это как, ну, не знаю, для меня, мне кажется, оно не очень совместимо. Екіпос команди, нагадую, що за 30 хвилин ви маєте приготувати вишукану страву, в якій будуть представлені всі ці три ключових слова. Готовий? Так. Да. Щас пішов. Все, конечно же, просто в хаосе, таком просто рванули, кто в продуктовую, кто в девайсную, кто вообще. Такое просто, вот так вот, знаешь, как будто бы включают свет, и так вот тараканы еще так щелк, по разным углам разбегаются. Ну, конечно, наша команда выделилась, и правильно, мы остались обсуждать, что же мы будем готовить. Сюда! Тихо, тихо, все сюда, идите. Так, что мы делаем? Подождите. Они берут Токио. Тихо, вони по-любому будуть, тихо, вони по-любому будуть робити. Заткнись. Подожди. Вони по-любому будуть робити спрінг-роли, бо це рисова бумага там є. Давайте ми суші зробимо. Які суші? Я зразу спомнив. Я просто колись влазив в інтернеті, знайшов, типа, зробив скрін собі на телефон з ресторану якогось просто там. Рамен чи рамен, не знаю, як правильно називається. Рамен по-правильному, наверное. От там. І помню, що вроде, лапша туди треба, коротше, думаю, накидати всяких моріків, залить, коротше, все. Ну, думаю, пропре. Мука, яйце. Пшенична? Мука, яйце. Ні, бери, я шукаю цю. Села, я помню. Яник, ти повниш рецепт на пасту? Пасту. Так. Бігом. Яник, він хоч і малий, хоч там, да? Може, хтось серйозний восприймав. Ну він в натурі умний. Він чувак, там кожен грам там може щось запоминати, там 100-10 грам муки, два жовтка. Ну, розумієш, це запам'ятає. Так, два рибу візьмемо. Я чувствую, що рибу взяти. Слышиш мене? Розфілірувати, вона недовго готується. І по багатому подасю, слышиш? Ти можеш зробити філе і обжарити його по берегу. Да. Тоже додамо його в цьому. Все, да. Давай, роб, все. Давай. Давай я розберу. Нет, давай. Нет, я разбираю рыбу, уйди. Я говорю, значит, я делаю разделываю сибас. Шульга будет брать эту креветки обжаривать. И кальмар тоже. Мы делаем пасту, потом делаем креветки. И все накладываем по-богатому. Солим. Приправы. Может, який соус сделать? Нам треба. Да, соус. Помидоры там. Який соус у рамен? Ну вы что, дурни? Это суп такий. Давайте, команда, запропонуйте мені, спочатку вас послухаю. Ну, вони мені пропонують пасту. Ну, яка паста? Японія ж, я так думаю. Ні, робимо ті спрінг-роли. А що по-багатому? Ви хоч составили план? По-багатому тут вийшло на те, що ми закладемо багато начинки. Оце їх булочка. Є там, знаєте, булочку роблять. Булочка велика, а джаму тако. Оце обідно, це не є по-багатому. А коли ти відкриваєш булочку, там аж джам все розтікає, там тісто чуть-чуть, а там, допустимо, там вишеньок чи якось там джаму там багато є, оце по-багатому. Перець наріж соломкою, замаринуй його. Нащо маринувати взагалі? А маринувати треба. Нащо маринувати? Треба маринувати. Я сразу начал с Мирославы чистить креветки. И после этого начал их обжаривать в сливочном масле. Настя, ну ты молодец, конечно. Люблю тебя, обожаю. Мы робили спрінг-роли, мы зробили креветки. Ось, і ми дивимося на другі команди, а вони то ж саме роблять. Ми просто в шоці, думаю, ну ладно, типу, ми будемо брати чимось дрім. Давай, може, давай зробимо острий соус. Соус, пусть буде табаско. Креветки, ну, пусть буде чері, що тут, а не томатне, що взагалі в Токіо? Токіо? Да, що взагалі, там быстрее, давай. Там не сильно острий. Да там не совсем остро. Васаби, васаби давай возьмем. Давай возьмем васаби. Ну, в общем, значит, я сделал томатный соус. Там было табаско, помидоры зачищены. Что-то там еще было. Короче, я его затягивал сливочным соусом. Персик. Настя, соус попробуй, пожалуйста.
Очень интересно такое. Интересно. Но только соли. После вкуса остроты. Легкая острота. Соли, Артур. Соли, соли. Что вы все повлюблялись? У каждого как бы свое восприятие по-богатому. Кто-то думает, что наоборот уже навалить на тарелки вот такие кусяры там креветок, спрингроллов. Но мы взяли такую стратегию. Наши блюда должны быть утонченными. То есть в ресторан, когда ты приходишь в высокой кухне, правильно, ты не преследуешь цель наесться. То есть ты хочешь попробовать, оценить все тонкости, да, презентацию. Это надо чистить. Давайте сейчас морепродуктами сделаем. Это получается будет кольцо из риса. Да, и морепродукты. Все, давай. Давайте завернем, делаем спрингролл, вовнутрь рис. Потом какие-то овощи еще, по-моему, и нарезанная креветка. Залишилась одна хвилина. Что это? У нас сумма. Закрутили мы это. Я закрутила спрингролл. Забыла положить этот рис. Думаю, не важно, ничего страшного. Спрингролл с креветкой тоже очень вкусно. Все нормально. Может, его рядом положить, не на эту? Не, вот так. Может, о, прикольно. Не, ну прикольно. Нормально. 10. Все. Что? Почему мы с ним по-богатому? 10. Вытирай. Чуть-чуть, можно, пожалуйста, чуть-чуть, не надо. Хватит. Юшка, вирамен должен быть в юшке. 5. 4. Когда выгнали соектор, когда он подходил и смотрел на наши блюда, я понимаю, что все. Аля, улю, до свидания, пишется раздельно. Бен, entonces, капитан. Капитан. Женя. Презентуй страву и продай мне вашу идею. Для меня это блюдо по-богатому, потому что здесь приготовленные не просто там что-то пожаренное или просто там что-то как-то сваренное. Тут есть пожаренное, тут есть просто сырые продукты, здесь есть не просто рис, а еще есть спрингролл из рисовой бумаги. Единый хлопец у команды. Хочу почути твою думку. Рис Япония. Все знают. Угу. Спрингроллы – это так, как рисовая бумага, тоже заматываем, тоже форма ихняя. Угу. По-боговатому, потому что здесь креветки, они не дешевые. Так само и крокатица. Какой? Крокатица. А? Крокатица. Ка-ра-ка-ти-за. За. Я же сказал, как катится она, а он говорит мне, кракатица. Я такой, в смысле, я же только что сказал, кракатица. Она правда мне, кракатица. Я такой, в смысле, зачем мне повторять, если я это сказал, кракатица? Но я, честно, этого не пойму немножко. Дякую. Пожалуйста. Это блюдо а-ля рамен. Получается, мы спильного, это Токио. Это у нас, получается, походят кальмары. По-богатому, это то, что много креветок. Мы все так, навалили в кучу. Тут есть рыба, паста, кальмары, креветки тигровые и бульон. А что такое рамен? Суп. А с какой краины эта страва? Я забыл. Италия. А? Италия. Япония, боже мой! Япония, да, ну только Япония дружит. Да Италия! Ярик, я думаю, досвід роботи депутатом допоможе тобі продати вашу страву. Капітан був не дуже переконливим. Так. Так. Тут
тут ви маєте а-ля рамен. Все зроблено по-багатому. Ви наїстеся дуже добре. Зроблено гарно пожарено. Добре все вичищено, не отравитися, то 100%. У мене вся сім'я то їсть кожен день. І нічого, ніякої зарази ще не мають. Прошу попробувати дегустувати і зробити свій вибір. Я не розумію, чого ви смієтесь. Ярік гідно захистив свою страву. Набагато краще, ніж капітан. Зараз мені дійсно хочеться її скуштувати. На майбутнє. Вам потрібно було робити тісто з рисового борошна. Ви приготували італійську пасту, а вона недоречна в японській страві. Дякую. Нема за що. Будь ласка. Наша страва відповідала тим хештегам, тим, що Японія – це роли. Основний інгредієнт – тигрові креветки був в начинці нарізаний. Ну і ми зробили так багато начинки, то сказали, що це по-багатому. Капітан Юрко, ти куштував страву? Начинку всю пробував, а спрінгрол не пробував. Сподобалось? Так. Дякую. До нас підходить Ектор. В нашій команді вже просто, не знаю, таке хвилювання було, що йому зараз сказати. Ми там боялися щось там лишнє, даляпне, де якось як себе вести, це ж Ектор. Ой, так він до нас підходить, ще як завжди цим взглядом. Токіо у нас представлені морепродукти, папа-гатаму. Ми в спрінгроли додали много креветок. Ну, креветки – это достаточно дорогой продукт, дорогой морепродукт. Папа-гатаму у нас цветовая гамма очень отличная. У нас и зеленый присутствует, и оранжевый, и красный помидорчик, и зеленый огурчик. Потом вкусовые рецепторы также. У нас сливочная креветка, у нас карамелизированный помидор черри, у нас кисло-соленый соус. Креветки тигровые. Хэштег креветки тигровые, так как в Токио действительно много морепродуктов, поэтому мы их тоже использовали. Табаско. Я відчуваю в соусі табаско. Ну, ми вирішили просто використовувати для остроти. На майбутнє запам'ятайте. Табаско – це мексиканська кухня. Серед всіх поданих вами страв, одна найменше відповідає трьом обраним ключовим словам. Жовті, ви отримуєте чорний фартух. Вистріл серця. От тільки десничок я присяду. Я стою, думаю, в смислі жовтим? Хоч продавали ви свою ідею вельми апетитно, основним інгредієнтом мали бути тигрові креветки, яких у вас було замало. Ви додали в японську страву італійську пасту, а бульйон не зробили насиченим. Капітан. Тому, Марк. Капітан, забирайте. Вам потрібно визначити, хто винен у програші на цьому етапі. Я один чорний фарт. Якщо я капітан, я повинен до себе руководити. По суті, так. Ребята теж перший раз, у них теж там паніка в голові. І вони надіялись на мене. Я був капітан, і я повинен був прослідити за цим всім. Тому там вина тільки на мені. Ну що, я чорне люблю. І ненадовго. Серед інших учасників є команда, страва якої виявилася найкращою.
форма і презентація були досить простими, але щодо смаків, ключове слово «по-багатому» підходить для неї найкраще. І це команда... Синь. Серйозно? В смислі? Синє саме топове. Я серйозно, до последнего не верил, что Ектор сказал, у нас самое. Он сказал, самое простое блюдо, но вкусное. Наша страва найкраща, и мы были дуже задоволені, але ми знали, що нам розслаблятися не потрібно, а потрібно працювати далі. Сині, виходьте та обирайте нові ключові слова. Давайте Хогвартс. А чого Хогвартс? Будемо на... зробимо соус, який такий, який ще ніхто не робив. На своє усмотрення, ну, тільки не губка Боб, не руки базуки. Хоча можна руки базуки взяти, тому що, типа, поняв, ну, там м'язістость. Там соус з маслом. М'язістость. Ну, типа, поняв? Типа, ви знаєте, як... Можна взяти великий кусок м'яса, такий подумати. Давайте візьмемо Італію. Італію. Ні, я не хочу в Італії. Та руки базуки, все. Ні, не варі руки базуки. Ні. А що це таке? Руки базуки, Сполучені Штати і яловича вереска. Руки. Руки без... Базуки. 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 Та, руки базуки. Руки базуки. Що це означає цей хештег? Руки базуки, ну я не знаю, чим вони там дихали перед тим, яким повітрям, що їм там напустили, чи вони, я не знаю, чи вони собі целофановий пакет на голову надягнули і надихалися того, що, які руки базуки, ну як таке можна придумати? Там був якийсь чувак, який себе тут накачував, що там, силикон, або тих силицин, накачував собі мишці, вмість того, щоб їсти якийсь білок, а треба було для того їсти білок. Короче, яка-то хрінь, яка-то мутня, короче, опять. Час пішов. Давайте сделаем овощную подушку из овощей в сливочном масле и сделаем какой-нибудь соус. Добре. Да? Все, тогда я завещаю овощи. Мирослава и Даша занимаются карамелизацией овощей. Собі взяв соус на шарапсе, азербайджанский гранатовый соус. Мы медальоны или стейк, говори. Для штатів характерно стейки. Добре було два стейка, так знаєш. Медіум, грубі сайксі, місяць. Медіум, вийде, все нормально. Він м'ясо нормально жарить, я знаю, як м'ясо. Я люблю готувати м'ясо, тому що м'ясо – це, ну, всі мужики люблять м'ясо, я божую. Слушай, тут нормально, що це п'янка, да? Нормально? Нормально все. Коротше, ти їх попробуєш на смак. Далі, якщо вони вже чують, що готові, солити не треба, вони будуть карамелізовані. Трошки солі можеш дати і потім цукор. Хорошо. Але не багато, щоб вони дуже солодкі. Ти вбиєш, що сахар туди треба? Треба, але трошки. Коротше, покличеш мене, я хорошо. Дам. Все. Хорошо. Що мені нічого не подобається? В США люблять все таке барбекю, овощі на грілі, картошку фрі. Ну, если это говяжья вырезка, значит, это, скорее всего, будет стейк. У нас я Артура сразу ставлю на стейк. Мы решили сделать медиум-рей пожарку, хорошо? Сколько там минут? Пару минут и 8 минут в духовке. Каролина у нас занималась бататом. Ну, в принципе, батат, это же, скажем так, американская, да, картошка, сладкий картофель. Вот, а руки-базуки... Что-то нужно такое интересное придумать. Почему руки-базуки? Чуешь, что? Руки-базуки – это что, синтол? Что такое синтол? Синтол – это то, что в руки-базуки заливают. Что это руки-базуки? Руки-базуки – это, короче, боже, чувак больный на голову в России живет себе в руки, чтобы они были типа а-ля на Кащине, он их берет, масло туда закачивает. Предыстория руки-базуки. Масло, масло, и еще там всякие типа оливкового. Вот. А у нас на оливковом масле сделано вот, арома масла.
я начинаю прикручивать головой бургеры. Ну, какие бургеры? Потом берешь булку, выпечь, там это. Ну, нет, бургеры сразу нет. Ну, Наташа говорит, давайте сделаем просто стейк, может, прожарки, там, рэр. Рэр, прекрасно. Одна сырочка, другая. 3 минуты в духовке и просто мясо. Хорошо, мы давай. Что мы делаем? Может, какое-нибудь тыквенное пюре или соус из сладкого перца? Гранатовый апельсиновый соус сделаем. Гранатовый апельсиновый соус. Послушай, ты сделаешь гранатовый апельсиновый соус? Выжала гранат, вышел апельсин, помешала, загустила, чуть сахарку и все. А чем загустить? Крахмалом. А как сок? Еще раз. Гранатовый соус. Ну, блин, просто, я не знаю, очищаешь гранат? Я же выможусь. Гранат. Окей, я сделала гранатовый соус. Без батата, все. Хорошо, пошли, мы с тобой пюре делаем. Все, а я делаю соус. Окей, все, мы с Лизой пошли делать этот соус. Выжали сок, в общем, сделали соус, хороший соус. А ну, давай быстрее, на 12. Девочки, кисточки. Вау. Кисточки. Поставь сюда, может, тебе удобнее будет? Да, нет? Вот сюда. Вот да, сюда, поставь. Чтобы ты долго не тянулся. Йор, ну это же мальчик, он пожарил мясо. Я думаю, за прожарку вообще нет смысла даже ничего говорить. Армен! Так как я армян, и мясо, как бы сказать, мое, шашлыки и там, ух. Только не передержи его, тебе будет нормально. Ми поняли, що американці вони такі дядьки, дебелі, що вони жруть, то такі гамбургери. І ми зразу поняли, треба готувати якесь м'ясо, таке велике жирне м'ясо. Ми таки взяли вирізку, такий смачний кусок одрізали, потім овочі такими кусярами нарізали, все нормально. І думаємо, який же соус зробити? Стоп, це ж кетчуп. Хто знає, як робити кетчуп? Помідори треба перебити і додати перцю. Чи ти кетчуп? Я то зроблю кетчуп, тільки кажу, кетчуп якось, ну, знаєш, простенько так, да? От томатний соус вже по-другому. Кетчуп. Марк, тебе оригінальної ідеї не було? Кроме кетчупа. Хто кетчуп предложив? Ну а що, кетчуп нормальна тема. Чилі. Француз пішов робити соус, пацики робили овочі, я робив стейки, ну і все, от, от командна вже робота була, вже всі тихо, зважено робили. Марк, Марк, а м'ясо? Сейчас будет, подожди, чтобы сказать, там это. Так ты же должен прожарку ловить. Воно же должно стільки ж полежать, стільки запекається. Ти це помниш? Вони ж, воно в фолізі дойде, якщо що. Я тушу овощи и параллельно отвлекаюсь именно на мясо, которое Марк уже вытащил из духовки и пытается с ним что-то сделать. Стойте, давайте, давайте я разрежу. Я разрежу, ты тут подожди, иди, подожди, ты под углом не надо тупо вот так вот резать. Пополам, просто так каждый, не каждый. Не, не пополам, пожалуйста. Ребят, под углом вот так вот. По диагонали, пожалуйста. Это я диагональ. Как? Нет, ты его тупо режешь так. Так, это еще раз крикнешь мне на ухо, я Франц, тебе... режешь просто пополам, каждый сок. Не режется, сок вытекает, нет. Типу приходили політики, знаєте, і думають, чи так різати, чи так різати. Я думаю, та вже, господи, та вріжте то м'ясо і майте чистий спокій. Лишилась одна хвилина. Та різ. Отак? Да, давай. Марк. Да. Ти ж вже в чорному. Мідіум рер. Це рер. Ні, це мідіум рер. 10. Вот так, пацаны. Сверху ложи, просто сверху. Сверху, быстрее. 8. Так красиво, хотя бы не. 7. Так, еще тут сюда, быстрее. 6. Быстрее. 5. Бальзамикой будем? 4. 3. Зелени, зелень, зелень. Петрушки принесли. 2. Где соус? О, все. 1. Час вышел. В итоге я не ожидал, что таке получится, но у нас получилась красивая презентация. Красиво, понимаешь? Вот красиво, а еще, хотя клали все вот так вот. Женю, презентуйте страву вашей команды. Значит, первый хэштег, это у нас было мясо, вырезка. Вот наша вырезка, это стейк. Прожарки рэр с... тыквенным пюре с добавлением апельсина. Дальше у нас был второй хэштег США. Это
Они там едят мясо, они там едят стейки, жарят, едят стейки. Два. А вот это тут как-то... Руки-базуки? Руки-базуки – это... Дело в том, что Синтолом, молодой человек, с которого взялся хэштег «руки-базуки», он закачивал себе бицепс с Синтолом. Но естественным путем надо кушать много белка, чтобы были такие руки. А так как мы за естественность, мы приготовили вот такое мясо. Ага. Ага. Мышцы. И... Ну, вот мышцы. Ага. Мясо, да. Смотрите, какие огромные мускулы. Все вот ест мясо, такое мясо ест, и такие мускулы растут. Поэтому мы так рекламируем наше блюдо. Ваше мясо смакує добре. Але соус, на жаль, занадто кислий. Дякую. Будь ласка. Ну, мені, в принципі, понравилось наше блюдо. Таке нормальне м'ясо. Ми такі трохи м'ясо, а не осохтече. І просто так, знаєте, самому хочеться з'їсти. І підходить до нас Ектор такий. Марк, як завжди, очитується перед всіма. США в Америці любить все пожирніше, покрупніше і в томатному соусі. Яловичина вирізка – це те м'ясо, з яким ми все робили. Руки-базуки, вони ж великі. От у нас трава велика. І у нас все нарізка, у нас така теж велика від всіх наших овочів. І тому ви берете великий стейк, макаєте його в хороший великий соус і кушаєте свій великий ртом. Томатний соус. Тільки з городу приніс томати, зразу помив, зразу свіжесеньке все зробив. Яловича вирізка. З доброї дуже гарна корова була. Так? Да? Дуже. Як зовут вона? Її звали були... Ні, Мальона. Мальона? Ага, хорошо. Вона була здоровенька. Ага. Ніякої зарази не мала. Ага. Всі прививки, все як має бути, давала молоко так во. Ага. Пробуйте на здоров'я. Дякую. Вау. Ектор аж захопився. Знаєте, як дітям на ніч розказуєш казку, вони так не захоплюються. А Ектор так слуха про ту корову. Дуже цікаво. Страві завжди потрібна історія. Коли до мене в ресторан приходять гості, вони завжди хочуть почути щось незвичайне. Зрозуміти ідею страви. Дякую. Я вже навіть не знаю, що тут буде. Якщо вже другий чорний фартук, то взагалі позор. Не з села вижено. Bueno. Сині, що ви приготували? Ну, так як Сполучені Штати Америки, то стейки. Два стейки, так як дві руки базуки м'ясисті і яловича вирізка. А що б ви змінили в своїй страві? Презентацію, можливо. Дякую. На здоров'я. Говяжья вырезка – это стейк, во-вторых, США. И руки-базуки – это отдельная история, но так как мы знаем, что вот этот молодой человек, он как бы качает себе масло, да, в руки, у нас, во-первых, стейк прожарки медиум, и мы его пропитали ароматным маслом, разные зеленушки, там укроп, петрушка, розмарин. Прикро, але немає соку у вашому стейку. Гарна презентація, але, як кажуть, не все те золото, що блищить. Дякую. Я скуштував ваші 4 страви і готовий озвучити вердикт.
Є страва, ідея якої була занадто простою. А презентація навіть сумною. І автори найгіршої страви цього етапу... Та ладно. Син. Когда сказали, что синий хуже всех, я такая, просто так вот выдохнула, думаю, славу. Не знаю, надо было, даже если у нас такое простое блюдо, простое, ну, надо было как-то его, как защитить, что ли. Капитане, кто заслуговує на чорний фартух? Беру на себе чорний фартух. Ага. Я капітан, то я винний, я натягаю на себе і все. Потім думаю, може ще де на третій краще приготую, може десь зніплю. Страва однієї з команд отримує від мене аж 4 лайки. За смак, за просмаження м'яса, за презентацію та за ідею. І це страва команди «Жовтий». Так, обнімай, заспівся, камніся, камніся. Ой-ой-ой, голову. Ви отримаєте право обрати наступні ключові слова. Я смотрю, починають вибирати там, коротше, я хотів Колумбію вибрати, перед якраєм Пантануса. Я вибираю Колумбію. Подожди, не треба ризикувати. Я люблю Колумбію, але мені ризикувати не треба лучше. Бери гарбуз. Нафіга він. Що ти з ним робиш? Надо, ось це буде якраз. А чому Хогвартс? Ні, давай лучше візьмемо. Чого? Ешкірі. І що ти з тим ешкірі зробиш? Ти скажеш, не скажеш. І що? І що буде? Одеса. Давай. Одеса, мама. Яка? Хочу позориться на рідній старій стороні. Так а чому позориться, що ми стоїмо? Що ти в Одесі був? Хай він рішає. Там море є, ходімо. Одесу? Сібас. Ти що, не був в Одесі? Ну, у них мозгов взагалі нет. Одеса – це фаршмар. Це бітки і стюльки, це риба фарширована, це ікра із синіх. Який там клеш йому цей сібас? Губка Боб. Спанч Боб, Сквепенс, Спанч Боб. Мне кажется, Марк просто так любит мультики, что он решил Спанч Боба выбрать. Не знаю. Вы слышали его смех? Он как из мультика. Мне нравится, как Марк смеется. Прям. Я даже так не умею. Выбор гарный. Бажаю вам успеху. И... Сейчас пішов. Змісти губка Боб. Де ти губок візьмеш? Мочалок, що ли, нажарить? Жовте. Губка Боб жовтий. У мене ж у голові все було чотенько спланіровано. Я рію так, жовтий соус, сібас ми там чук-чук-чук в папілоточки з приправами, в панировочну, бумагу в панировочну, з овочами і з лимончиком. Ми його заворачуємо в духовочку. Морепродукти обжарюйте віддільно, я не знаю, вони там взагалі не в тему. У нас осьминогів, наверное, немає в Чорному морі. Єсть. Короче, мы добавляем соус, морепродукт. Ты серьезно? Да. Соус из морепродуктов. Я вообще даже не представляю, какой может быть соус. Давайте сделаем эксперимент. Никто никогда ни вот этих осьминогов в соус не взбивал. Господи, ты капитан, тебе выгребать потом. Делай, что хочешь. Если что, черный фартук еще один на тебя оденем, чтобы знал. Чтобы так окончательно уже вылетело, слава богу. Так. Когда я делаю соус, чтобы меня никто не трогал. Перцы мне сюда два. Не надо их чистить, просто мне сюда перцы. Болгарский перец, мой желтый его в духовочку. Потом беру туда креветочки, шинкую, осьминога туда. Взбиваю соль, перец. Нормально, чекай. Дай еще что соль. Там? Там дай попробуй. Дай стой. Еще соль. Стой, дай попробуй хоть. Марка, ну давай.
Так, я принес губку Боба. Соли, Марк? Соли чуть-чуть, соли. Дай Саня попробуй. И чуть-чуть горчицу. В общем, на мое удивление, соус получился довольно-таки неплохой, даже вкусный. Что, Юра, поздравляю тебя с первым черным фартуком. Ничего. Ничего, прорываемся. Так и будет. Сибас, основные ингредиенты, по-любому будет сибас. Ярик запропонував приготувати пюре з брокколі. Сколько шпінат варить? Не шпінат, брокколі. Ой, брокколі, боже, я путаю. Десь хвилини три. Окей, в этой. Ні, ти кинеш так, потім достанеш. Так. Але потім зразу в холодну воду, щоб він кольору не втратив. Риба, морепродукти, хай буде апельсиновий соус. Даша давила сік, дала цедру, туди натерла. Це все уварила, загущувала вершковим маслом. Артур, готова? Да, риба готова, давай. Осталось только соль. Потому что овощи тоже готовы. Наполнение. Сибас мы начинили овощами со сливками. Настя, что, знаешь что? Берешь такую полоску тыквы, делаешь мне дырки такие круглые и запекаешь просто. Губка Боба? Ну, похоже на губку Боба. А, можно взять тыкву. Короче, слушай, прикольная идея. Какой? Берет тыква, вот так вот, карамелизированная. Мы делаем такие вот, как дырки, как губка Боб. Он же как сыр, этот губка Боб. Прикольно. Бочонки из морковки, которые мы немного припустили, это у нас были не раскрывшиеся ракушки. Одесса, это ж кальмар, медузы, креветки. Давайте еще минутку миди убрать. Мидия, самое главное, Одесса, это ж мидия. Ну, честно говоря, мы не могли ничего придумать. Ну, это, блин, это просто трэш. Выбрать Спанч Боб, Одесса и Сибас, это надо еще уметь. А вы не хотите сделать овощи, как будто их выращивают в Одессе? А разве там не выращивают овощи? У нас будет криспа. У нас будет крисп. У нас будет крипса, крисп. Чипса. Короче. Чипса будет, филе будет. И что еще? Ну, нужно какой-то пюре или соус. Нарежем перец болгарский, запечем вот с этой вот рыбой. Перец болгарский, потом лимончик и травы. Вот, и запечем рыбу, и все. Блин, я не могу это почистить. Ай! Блин, на меня что-то... Все нормально, осторожно, она между бровями. Между бровями? Блин, посмотри, Лиз. Вытри мне. Подожди, дай салфетку. Подожди, надо намочить. Блин, быстрее, давайте рыбу засовывать уже. Варить, жарить. Ну, короче, я люблю получать от этого удовольствие. А когда это на время, на скорость, у меня под конец начинается паника, и все просто... Спасите, помогите. Блин, ну что такое? Что, она догорает? Ну не, она не какает. Как я тебя переверну? Дайте мне быстрее салфеточку, пожалуйста. Вот, у нас хоть какое-то есть. Да быстрее, быстрее, давайте, давай, спокойно. Гуманих, ты что, с собой собаки бегут или что? Быстрее. Кида! Команды, у вас залишилась одна хвилина. Быстрее, быстрее. Вот, закрыли. Соус! Быстрее! Соус, я уже приготовила. Быстрее, вот. Мусс! Ну, кладите блин, куда-нибудь. Блин, люблю через сито. Пять! Четыре! Три! Ставь. Два! Один! Сейчас вышел! Короче, когда мы отошли от своей поверхности, я посмотрела на нашу презентацию и поняла, что там, конечно, как будто кто-то и размазал. Вот. Бен, презенте су... Женю, і знову ви презентуєте страву першою. Будь ласка. Первый хештег – это сибас у нас, мы приготовили сибас. Потом губка Боб у нас, как вот эти вот криспы две. И... Да, ну, то есть он как губка, ну, пупырыш.
з пупиришками, так от. І у нас такі ж саме кріпси. І Одеса, чому Одеса? Тому що в Одесі у нас, во-первых, риба, во-вторых, у нас і креветки у нас. Оце Спанч Боб? Це міні-Спанч Боб, який скоро виросте. Це отжата губка. Не схоже на Спанч Боба. Кому Спанч? Зовсім. Соус та риба мають неохайний вигляд. Навіть тарілка замала для такої порції. Ваша страва схожа на ті, що подають у кафе на автозаправних станціях. Я просто вже отак, як звучно, розбулась отак от уже. Дякую. Соус у нас називається «Кошмар бікіні ботом». Це там взбитий губка Боб з сквідвертом і морським коніком, конем. Який кошмар, вибач? Бікіні ботом. Ага. А що таке бікіні ботом? Це город, там, де жив Спанч Боб. Ага. Це от город, а це жителі його, взбиті. Боже, що воно молодо? Марк Позорище. Ну, якби Ектор був невоспитаний, да, там, засміявся би, до смерті можна було. Серйозно, Машунка, ні. Розкажи все серйозно, ага. Хватить шутити. Сібас — це, виходить, не хештег Сібас. Логічно. Вот. А все вместе — це Одеса. Эти всі морепродукти приїхали з Одеси. Прямиком оттуда вам. Що це сібас, запечений в папільотці, ага. Яка зберігає всі її запахи. І коли ви попробуєте рибу, ви почуєте ці всі смаки, які збереглися в духовці. А ще якщо додасте соус, то ви просто будете на сьомому небі від щастя. Да? Да. Яна, красавчик. Тільки не ріжте все вам. Дякую. Та він нас солодий. А мене? Юрко, Юрко, розкажи, де у вашій страві Спанч Боб? Колір підкреслює колір шкіри Спанч Боба. Ось це? Він же має бути жовтим. Ні-ні, соус. Ага. Одесу підкреслює креветка, тому що море, морепродукти і риба сібас. Ектор, по-моєму, не дуже оцінив нашу страву з захіштегами. Ну, на смак, як на мене, вона була добра. Мало соусу. Чому? Ну, так виклали з помилки. Дякую. На здоров'я. Настя, що у вас? С хештегом Сибас, соответственно, связана рыбка Сибас, которую мы запекли в духовке с овощами. А с хештегом Одесса у нас связаны кораллы, Эктор. Это срез коралла, это водоросли, а это нераскрывшиеся моллюски. И что у нас? И губка Боб, то, что самая главная часть, наверное, это карамелизированная тыква. Вот.
А хто зачищав рибу? Ми вдвоєм. Тільки не говорите, що знайшли косточку. Пробують таку істрю вибирати саме міста, там, де їм найбільше косточок може бути. Думаю, от Віктор хитрий. Мужчина, говорю, не пугайте, говорит, целый день еще на стоях, стоять на ногах. Дякую. Почнемо з гарних новин. Є одна команда, яка найкраще представила ключові слова у своїй страві. Використала багато технік та добре попрацювала над презентацією. І взагалі, впродовж усього конкурсу, саме ця команда, на мій погляд, прикладала найбільше зусиль. Я хочу привітати команду «Червоний». Боже, ви молодці. Настю, ти як капітан кращої команди отримуєш особливий бонус, який зможеш використати пізніше. Зрозуміло? Так. Я когда услышала, что выиграла красная команда, у меня просто, знаете, это как счастье, как ведро воды, так, дуф, думала, ура, ну реально, потому что я знала, что каждый участник моей команды старался. Это была заслуга, безусловно, команды, не только меня. А тепер поговоримо про команду, яка приготувала найгіршу страву. Цю страву не можна назвати вишуканою ні за презентацією, ні за смаками. Та й ключові слова були представлені не дуже вдало. І автори цієї страви – команда… Зелених. Капітане, тобі потрібно прийняти рішення, хто одягне чорний фартух. Це буду я. Я, мабуть, плохо зробила і... Ми? Та в смислі ти? Ну, Жерваре, ти ж пацан або хто ти? Георге, що ти робиш? Надіваю чорний фартух. Чому? Як вам об'яснити? Поясни, будь ласка, чому ти вирішив так вчинити? Ну, може, я в чомусь накосячив, тому я надіну в чорний фартух. Як зачем? Так як я парень, один серед чотирьох дівчинок, як би сказати. Якщо б дівчинка наділа на себе фартух, виходить, я вийшла б дівчинкою, а не пацаном, як би сказати. Але тільки Женя може прийняти остаточне рішення, адже вона капітан. Це буду я. Тому що, ну, видимо, я плохо розподілила все, ну, не розумію, чому так вийшло. Георге, ми розуміємо, що ти намагаєшся поводитись як справжній джентльмен.
Валеру. Це добре, що ти не боїшся відповідальності, але ми не можемо впливати на рішення капітана. Зрозуміло? Будь ласка, віддай фартух Жені. Я не хотів плакати, але сльози вдруг пішли, емоції, тобі перевоплощали свої. Вона прекрасно справлялася зі своїми обов'язками. Дівчинка, звісно, було дуже жаль. У меня была мысль одеть на кого-то другого, но я понимаю, что они просто на меня все будут злиться, я не хотела никого обижать, и я хочу иметь со всеми нейтральные отношения, не очень там типа сильно теплые какие-то, не сильно холодные, там какие-то в контрах быть с кем-то. Просто нейтрально. Ну, ничего страшного, я выберусь. Отлично, две команды, мне это нравится. Мы видим уже сразу синие и красные, понимаем, две команды. Думаю, фух, слава богу, вот это не будет у нас 5 человек, у нас будут целых две команды. Думаю, ну все, отлично. Только много плит. О, индивидуально, смотри, сколько много нет. Плит. Ты фартухи бачишь? Ну что, витаем у вас, дорогенькие. Засідання Верховної Ради розпочати. На порядку денному питання про працю в командах, типу виїзний конкурс. Не будемо тягнути інтригу. Скажу одразу, сьогодні до вас приїдуть гості. Гості непрості. Справжні титани кулінарії, гастрономічні пронири, фуд-генії, так би мовити. Легенди! Вже так озвучили, як у нас, певно, вчителька Тараса Шевченка не озвучить. Переконаний, вони змусять вас нервувати, як ніколи. Думаю, какие гости? Не надо нам гостей. Дайте мы научимся нарезать и вышинковать нормально, а потом уже гости будем всем подавать. Думаю, какие гости, ребята? Гостей приводят, когда в хате уберут. А у нас там такой бардак, что ой-ой-ой. Страшно? Нет. Да поки расслабьтеся. Про кого саме йдеться, мы вам розкажемо трохи згодом. Взагалі, ми подбали про те, аби ви змогли гідно прийняти своїх перших відвідувачів і не впасти обличчям в нісуаз. Тому на допомогу вам сьогодні прийдуть суперпомічники. Два капітани ВІП-класу. Це було реально неожиданно. Я це чекала, але немножко позже. Людина, яка ламає стереотипи та створює нову систему шкільного харчування. Він давав нам підказки, хто це може бути. І я думала. І так нічого не придумала. Зустрічайте! Кулінарний реформатор. Винахідливий, балакучий, кучерявий та ще й конфітюр варить. Я знаю дві людини, які добре варять варені. То Женя Клопотенко і моя бабця вдома. О, всім привіт! Ей! Привітаю! Здравствуйте! Дуже чарівно. Всім привіт! Привіт! Як ваші діла? Нормально. Готовы? Переживаете? Да. Ну, держитесь. А кроксы какие у вас классные. Вы такие кучерявые. Ну да. И когда я видел подростков, я смотрю, о, подростки раньше были дети. Дети были вообще дети. А эти подростки такие уже дерзкие. Смотрю, они как дети, но уже не дети. Как взрослые, но еще не взрослые. Они такой нрав. Я пришел, они такие все, о, там как-то давай шутить. Эти все подростковые шуточки. Ну а капитаном другой команды станет кулинар, Елесун, який виріс на Дрезденских улицах.
Нет, это папа. Троцкий чи що? Троцкий. Папа Троцкий, Троцкий. Папа. Переможець сьомого сезону Вадим Бжезинський. О, папа, будеш дивитися, учти, що я правильно вимовив цей прізвище. І як вам наші діти? Пушка петарда. Я переживав, знаєш, ну, я, знаєш, перший раз мене телепня позвали сюди, ти понял? Ну, я ж тоді, ну, да, мені, я, о, що, опять, думаю, ну, я тих камер не боявся, просто волновался, да, дети так хлопать начали. Я так разволновался, знаешь, ну для меня, ты знаешь, я говорю, тут Филипп Киркоров вышел, думаю, боже, что с вами? Павло, вы, можливо, пополнили свой словничок новыми афоризмами? Не, Гектор, не работал над этим, потому что я неделю назад приехал в Киев, сейчас в Киеве, а тут таких, я не пойму все, хотя в метро еду, говорят, сахар белый. Я такий був радий, тобто, то, ну, сьомий сезон, от недавно, то можна сказати, от ті, що взагалі, ну, кажу взагалі, ті, що от недавно були, от ми, а то вони. І то переможець. Ну, Женя теж переможець, але Женя п'ятий сезон, то сьомий. Ну, коротше, я не буду нічого, і той переможець, і той переможець, але то Пава. Давайте розпочинемо. Настя, у минулому конкурсі ти проявила себе як талановитий капітан, і ми обіцяли тобі бонус. Так от, ти заслужила право бути сушефом команди. Під чим керівництвом ти хочеш сьогодні працювати? Пави чи Жені? Пави. На самом деле, вот я смотрела весь сезон MasterChef 7, вот, ну, понятно, там кто-то ссорился, да, там, ну, то есть не без этого, вот, но Пава всегда держался действительно как настоящий мужчина, ну, он человек с большой буквы, вот, то есть он, знаете, он мудрый, это сразу видно вот по его поступкам. Для равновесия кудряшек в команде. Война да, кудрявых. Чтобы в каждой команде была своя кудряшка. А також, Настя, ты отримаешь право назвати ім'я сушефа другої команди. Сушефом второй команди буде Кароліна. Так ти її не любиш? Мы с Каролиной очень хорошо общаемся. Я подумала, что для Каролины это будет очень классная возможность поработать действительно с профессиональным шеф-поваром, вообще с профессионалом, с профессионалом своего дела. Я, скажем так, дуже вдячна Насті за те, що вона вибрала мене саме сушефом Жені. Дуже-дуже-дуже вдячна їй, тому що я розумію, що будучи сушефом, ти є правою рукою цієї людини, я права рука переможця. Підходьте та забирайте фартухи та приєднуйтесь до капітанів. Кароліна, у вас синій, пожалуйста, візьміся. У мене красне плаття, тихо. Ладно. Ну, по-моему, красный цвет Каролине больше к лицу, чем синий. Ну, привет. Давай. Это любовь. Готова? Готова. Я всегда готова. А вы готовы? Я готов. Все хорошо. Надо было сейчас. Порвать. Будет очень сложно. Будет весело. Ну, мы порвем. Пава, 100%. Должно. У нас вариантов нет. Нет вариантов. Вот и тут Гектор говорит, а выбирайте свои команды. А, значит, на десерт мы возьмем Мирославу, потому что она действительно, ну, хорошо ладит с десертами. Потом уже пошла, как бы, очередь Каролины. Антон. Антон. Антонио наш любимый, ненаглядный, потому что с ним легко работать, он...
дуже завжди старається, він викладається на максимум, і я була впевнена в цій людині, що якщо дасте йому завдання, він його виконає. Красавчик. Француз говорить надо, француз. Да, француз. Антон, Антоно. Je m'appelle Евгений. S'il vous plaît. Ну, это, скажем так, отдельная история. Ну, они тоже как бы, вот как мы, да, друзья с Каролиной, так и они как бы с французом тоже так хорошо ладят. Артур. Оу! Я решила перестраховаться, потому что Артур хорошо там с рыбой, с мясом, то есть если там медальоны, стейки, либо там филировка рыбы, ну, то есть он хорошо реально справляется. Ты же еще никого не знаешь. Марк. Марк, давай. Він ще та й засранець, звісно. Іноді хочеться взяти йому таку за горлянку, таку, взяти його таку за горлянку та потримати, знаєте, таку хоч трошечки. Но Марка я дуже-дуже сильно люблю. Давай. Ну, как бы он ко всем пристает, я не знаю от чего, не знаю. У меня такое, складывается впечатление, что он пришел не для того, чтобы... ну ладно, я не буду говорить, потому что сейчас обидится, еще потом буду смотреть эфир и обидеться. Не дам я тебе фарт. Ты в черном. Да давай, ты ушел. Ты в черном. А, точно. Почти схитрил. А потом я беру Игоря. Игоря я думала, что я поставлю, скорее всего, на десерты. И Каролина берет Ярика. Я хотела взять Ярика. Боже, какой же конкурс, потому что он постоянно делает атмосферу в команде. Эшкири! Хорош. Слава Господу Богу. Добрый шоу, все взял. Добре, що не лишили, і я пішов вже нарешті вдягнув. Все, як має бути, готовий до конкурсу, як Рембо. Став вже то в червоному. Та на ваш інстаграм підписаний. Підписаний на мій інстаграм? Знаю, що ви кожен день робите. Тоді все, тоді ти зі мною. Настя. Вибирай любов. Хорошо. Больше знаешь. А, Саша. Нет? Да. Наташа. Наташа. Привет, Наташа. Здравствуйте. Ярослав. Каролина. Мы зараз ще трошки посвятимся. Парень за ним чорна фарта. Плохо? Можна. Давай його. Юра. Хорош. Юра йде до нас. Я також здивувався. Я думав, я десь на кінець піду з тим своїм чорним фартухом. Але я його хотів сьогодні зняти. Так що в мене запал був сильний перемогти. Сьогодні... Йому треба реабілітуватися. Все буде робити. Все буде багато м'яса, все зробити. И следующий у меня в команду идет Женя. Женя маленькая. Маша. Маша. Привет, Маша. Привет. Георг. Воу. Лизу. Спасибо. Лиза, умничка. Давай. Саша. Таня. Когда нас осталось только трое, и только потом меня выбрала Каролина, я считала это... Да, я понимала это так, что меня считают конкурентом и думают, что я слабая, но время покажет, и я еще покажу, кто тут. О, Таня, кажется, это такая, давай, пять, такая походочка. Я уже знаю, кто будет меня готовить одну страну. Олег. Я Олега решила взять, ну, как бы в прошлом конкурсе он показал себя, ну, действительно, достаточно хорошо в плане того, что вот в плане презентации, да? Ну, мне, конечно, неприятно, как и любому человеку было бы. Но меня это не обижает, потому что
как бы. Не знаю, мне как-то все равно. Я сюда пришел ради себя. В первую очередь. Ну все, команды спрессованы. Ну і Даша, приєднуйся до команди червоних. Дашуля, давай. Хоп, молодець. На самом деле, мне, конечно, было обидно, но кому будет приятно, если его возьмут последним. Но мне больше очень радовало, что я попала все-таки клопотенкой. Пала с Олей, но вы не всегда победить будете. А? Сегодня вы проиграете, к сожалению. Не всегда же победитель. А. Марк, тихо. Не кажи гоп, Марк. А все, ладно. Бачу, вам вже кортить дізнатися, хто стане вашими гостями. Отже, до вас сьогодні завітають кулінарні мастодонти. Це хто? Мастодонт. Мастер-шеф діти. Ось якісь титани, думаю, ой, діти зараз випадуться. Ось ці старий сезон, діти мастер-шеф, думаю, зараз прийдуть нас будуть вчити. Думаю, ось ці шпінгалети. Думаю, кого ви будете вчити нас? Мене вчити, не треба мене вчити. Це ті, хто пліч-опліч долав перешкоди з вашими сьогоднішніми капітанами. Ви будете готувати для збірної 5-го і 7-го сезону. До вас прийдуть 15 досвідчених, вибагливих та суворих дегустаторів. Нагодуйте їх так, аби вони зрозуміли, минув їх час. І тепер на кухні господарюєте ви. Я програю. Я програв, все, все. Ой, все, мені капець, каже. Все, амінь. Каже, мій сезон мене не любить, зараз мені проти мене проголосують, мене ніхто не любить, мене ніхто не приголубить, піду в садок вишневий, наїмся хробачків. Своїми руками ваші капітани не будуть готувати. Вони лише керуватимуть вами у приготуванні їхніх авторських гастросетів і закуски, головної страви та десерту. Кожна команда має подати по 15 сетів. Для повної об'єктивності гості не будуть знати, хто з капітанів якою командою керував. Вони голосуватимуть за кращу страву, керуючись лише своїми смаковими уподобаннями. Тож обслуговувати гостей вам сьогодні не доведеться. На роботу у вас буде 2 години. Команди готові? Так! Капітани готові? Так! О, оце так! Тоді час пішов. Ми зразу пішли за третю поверхність обсуждати. Ну не пльотки, а ми обсуждаємо то, що ми будемо робити. У нас будуть 3 блюда. Блюда будуть сумасшедші. Ми повинні будемо працювати всі вместе. Вам треба не спішати, робити те, що я вам говорю. Шаг за шагом, все буде отлично. Щось не виходить, сказали мені. Нам дуже повезло, что нашим руководителем стал именно Женя. Он придумал классную стратегию. То, что я вас научу сейчас, и у вас дальше будет, не будет времени, когда вас будут учить. Сегодня я вас научу таким вещам, которые вы будете дальше всю жизнь использовать. Это реально какие-то базовые вещи. Мы сделаем первое. У нас нужно сделать крутую презентацию. Я возьму тарелочку глубокую, мы в нее положим сухой лед, есть такой, и сверху положим на нее елки. Когда будем наливать сухой лед, он будет идти такой дым оттуда. Будет очень красиво. Я вам покажу. Потом я возьму ракушки, мы возьмем с вами ракушки от устриц, туда сделаем тартарчик овощной, просто овощной тартарчик, и положим на эти веточки. И потом мы возьмем мясо и положим его на камни. Я взял с собой камни, и мы на камни положим мясо. Ну, він багато, короче, щоб понабирав там, ну, то вовсе я не знаю. Ух, можна було вже якийсь декоративний куточок зробити з того всього. После этого мы сделаем десерт. Мы возьмем апельсинку, на нее сделаем мятный бисквитик и небольшой кремчик с обоем. Ничего сложного, максимально просто. Я... Чесно кажучи, в якийсь момент боялася, як воно буде зараз виглядати, як його сприймуть, як його готувати взагалі. Пену будемо робити. Ми пену зробимо, ми зробимо пену з ліцетина, я вам все покажу. Ну, значить, презентація, вау, бомба, шишки, волки, думаю, клас, все, прикольно. Це буде нереально круто. Готові? Да. Давайте 5.
теперь поехали. Так, кто у нас делает десерты? Кто у нас делает десерты? Я десерты. Кто дальше? У нас будет мясо. Нужно... Мясо, я. На десерт нужен еще один человек. Я Сюра. Давайте я. У меня Юру и Яника, депутата нашего. Кто там уже? Поставили нас, короче, на мясо. Вы можете помочь им, окей? Запомнили? Даша, Лиза и Таня, вони займалися тартаром. Да. Итак, идемте. Сейчас. Мясо! Мы мясо! Кладовой, берите два блендера, то есть два блендера погружные и два миксера сразу же. Две кастрюли, в которые мы будем взбивать кремы. И три человека со мной, или четыре. Грейпфрута нам не надо, да? Нет, не надо. Апельсины. Красные ломанулись там куда-то, что-то побежали. Я ж не понял, что они побежали. Ну, думаю, ну бегите. Что там не успеете, не знаю. Ну, я собрал синих, я рассказал им наше меню. У нас будет на основное. Медальоны. Соус будет из белого шоколада, сливок. Соус, короче, крутецкий. Что-то типа бешамеля, но не бешамеля. Короче, шоколад, прикинь. И дорблю. На закуску у нас будет устрицы с тремя видами сыра запеченные. Это будет дорблю, камамбер и пармезан. И на десерт у нас будет чизкейк. А там банановый с клубникой. Мак и сгущенку. Все это перемешаем и песочное тесто дадим. Угу. Все легко и просто. Вперед. Мы погнали. Должны их порвать. И тогда Настя говорит, давайте быстренько рассказать по процессам, чтобы быстро побежали, принесли. Женя и Игорь, на десерт вы становитесь. Поняли? Кто на мясо? Я с тобой на мясо. Мясо Артур, ты и Саня. Давай. Саня. А, смотрите, на устрице мне нужен ты. Не, ты. Пацаны, подвигаемся, делаем. Наверное, да. Смотрите, мы раскрываем устрицы. Кто умеет раскрывать устрицы? Ну, я... Ножом, аккуратно. Да, да. Ножом. Я там более-менее понимал, как их разделывать. Там панцирь так подел, ножом сняв, вычистив, чтобы там не было всяких прогочек, промыв. Братан, что там их? Ты знаешь, как их раскрывать? Это я гриб. Смотри, если я палец не открываю. Скорее всего, с этой стороны открывать. Туда-сюда. Наверное, здесь вот. А нет, ты что, гонишь? А я просто... Ты знаешь, нет? Не гоню я, братан. Наверное, здесь. Вот, смотри. Давай, братан, показывай. Нет, это, наверное, здесь. Хоть не воняют, слышишь? Я чуть себе руку не порезал. Я начал этим ножом. Я говорю... Блин, Пав, а немає ножа для криві устриць? Аккуратно, с ножом. Аккуратно, малой. Возьми вот этот нож, пожалуйста. Как тебя зовут? Саня. Саня, смотри, аккуратно. Не тут открываешь. О, открывается она вот здесь. Да. Аккуратно, я тебя прошу, не повреди себя. Короче, мы начали разделывать. Вроде бы нормально. Там поди вот так... И все, вроде бы нормально, разделали. Сейчас ты делаешь, нарываешь. Аккуратно, ребята, аккуратно. Да это не наша команда, все нормально. Розповівши обов'язки, Женя почав нам давати, скажем, вказівки, що кому потрібно робити, що кому потрібно брати. У нас будет вот так. Нам нужно таких 16, ну давайте лучше 17 штук. Видите, у нас будет тут мясо лежать. Окей, давайте, все я сделаю. Вот так, вот смотри. Раз. Такие частей примерно. Вот так, вот я понял. Мы будем на камнях это все да. делать? Это, ого, это мясо на камнях. Да, чего? Смотри. Ой-ой-ой, так это реально вот оригинально. Да, хорошо, вот такими кусками все. 16 кусков, хорошо? Хорошо. Хорошо? Да. Говори хорошо, громче. Хорошо! Молодец. Чего не хорошо? Я это знаю. Вы очищаете это, смотрите, ребята, все, это сладкий буряк. Такой буряк очень редко кто использует, кормовой. Все считают, что кормовая свекла это несъедобно, но на самом деле она сладкая, потому что из этой кормовой свеклы делают сахар, и это же круто. Я взял сладкую свеклу, взял красную свеклу, я их соединил. Те, кто делают овощи, делают одна девочка рыбу, оставь.
Берем рыбу, очищаем. Угу. И я потом покажу, как нарезать. Хорошо? Да. Есть. Кто десерты делает? Мы. Малышки, трое. У вас очень интересное задание. Взбиваем 6 желтков и добавляем 50 грамм сахара. Мы делаем мятный бисквит. Всю мяту вот так очень быстро, быстро. Вот все. Да, все оставь только пучок для украшения, все остальное обрывай, хорошо? Окей. Максимально быстро. Мятный бисквит. Перший раз в жизни я почув, що можна мяту соединять з бисквітом. Вот. Того, що я знаю, що мята там з горошком зеленим, вона сочетається правильно. Чистим в отдельную емкость, потом будем резать. Просто чистим? Да. Боже, я забыла, как это называется. Женя, как это называется, то, что он будет? Тартар. Тартар, вот точно, боже, из головы вылетело. Даша, вона, я считаю, что ей треба трохи пинка підзад дать, потому что вона чуть-чуть расслабилась. Вона, по сути, ничего такого, ну, может, я не заметил, но, по сути, вона такого ничего не робила. Извините, ребята, что я вам морочу голову, но мушли пока не выкладывают. Конечно, я уже заляпалась, все, уже поздно что-то делать. Sorry, I'm sorry, very well. Получается у вас? Все готово. Все, мясо, сейчас специи, соль, перец, чуточку лимона. Не обжариваем. Нет, пока не обжариваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так раньше все дал. Давайте все дал. Нет, пока все, потом обжаривать будем, когда за 20 минут до конца. Сейчас это делать мы подготовили, все на задний стол. Потом, когда будет у нас отдача, мы будем быстренько готовить и отдавать. Хорошо. Взагалі, Женя Клопотенко для нас сьогодні відкрив нову, якусь, знаю, кухню показав з якоїсь такої нової точки. Он нам показав вот это немного примочек з молекулярної кухні. Ребята, можете пока подойти ко мне, все, я вам покажу небольшую магію. Ребята, остановитесь, я вам покажу, що потом будете дальше готовить. Станьте з цієї сторони все. З цієї сторони. Як тебе зовут, я забув? Красавчик. Марк, красавчик. Запомніть, я красавчик. Мы сейчас будем делать молекулярную химию. Я вам показываю, что это возможно. Ага. Все очень просто. У нас есть ксантан. Ксантан – это такая штука, которая сделает гель. Да, мы знаем. Да. Мы высыпаем сюда ксантан, размешиваем, прибиваем блендером. У нас будет такая ксантановая штука, да? Ага. Йогурт. И для чего будем использовать? В йогурт. Потом мы возьмем лецитин, еще есть такая. Мы добавим во вторую емкость. И из этого мы сделаем пену, а из этого мы сделаем такую, как желе. У нас будет два соуса. Один пена, один желе. Хорошо? Женя сказал, відставити там те м'ясо. І дав нам молекулярну кухню там займатися. Ми робимо молекуляр. Ми, да. Води скільки тут є? 500 грам, значить має бути 250. Отак, молодець. А, да. Все, візьми, цього хватить. Візьми венчик, вимішай, делай однородний венчик, візьми ручну. Получается? А ну аккуратно остановись. Еще? Смотрите, как ксантан работает, да? У нас будет желе. Все, это готово. Бери теперь вот такой пакет. На меня смотри. Вот такой пакет бери, видишь? Да. Теперь в него перекладывай все это ксантан. Хорошо. Женя, вымешать венчиком, потом додать ложку того, так? Все уже. Жекась. Так. Женя. А. Говорю, у вас порядок? Все? Красавчик, все где? Красава. В принципе, в нашей команде работали все достаточно слаженно. Вот, но мне действительно, знаете, как я была расстроена тем, что я взяла Олега в команду, да, я очень надеялась, то, что вот прошлый конкурс, да, он реально очень хорошо на него повлияет, и у него будет, знаете, новый заряд энергии, эмоций. Давайте я пока вот это все поубираю вам, чтобы вам было легче. А ты каким методом занимаешься? Я сейчас буду делать соусы. Я ничего не делаю, туда-сюда хожу, туда-сюда. Зачищаю поверхность или что-то мешаю. Я могу за это время приготовить там, к медальонам там, сферы из пюре, например. Слышите, давайте сделаем сферы из пюре. Кого? Сферы из пюре.
Есть такие люди, они в школе хорошо учатся. Ну, вот есть такие. Ну, оно ж видно сразу по человеку. Которые хорошо знают там физику, химию. Ну, по человеку ж видно, что он вот такой, да? Просто у них будет молекулярная кухня, да, им точно будет плюс. И что? Ну, у них будет молекулярная кухня, им будет зато да ты не переймайся, родной. Я по тебе вижу, что ты, ну, способен делать молекулярку, ну, по-любому. Ну, мне ж тяжело обмануть. Вот ты, да, ты молекулярный именно повар. А я поэтому говорю, не парься. Что ты переживаешь? Ты не переймайся, все будет гарно, понял? Смотри, какие моменты, понял? Ну, я не то, что боялся, но просто я боялся, что мы проиграем, и на меня один черный факт. Иди сюда, браток, иди сюда. Смотри. Гранат, тебе нужно сделать соус, родной. Смотри, сюда идет. Ты поставил, да? На огонь. Хороший мальчик, смотри. Сюда добавляем лук-шалот. Я его никогда в жизни не делал. Я не знаю, что я его хотел все время сделать, но так у меня абсолютно не доходили. Сейчас, пускай оно варится, понял? Вот так вот, смотри, как четко все получается. Папа, мясо обжаривать уже, ставить? Вперед. Вперед уже, да, жарить? Да, вперед. Папа, аккуратно, на какой... мясо не провтыкайте, чтобы медяха была, понял? По любасу. Иди тогда к нам. Давай, 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 ты умеешь. Было стремновато делать медальоны такие маленькие. Я переживал, чтобы они не пережарились. Да на эту поставим, на восьмерку, девятку. И будет нормально. Что ты кипятишь? Да на пятерку, мне кажется. Ну, оно ж маленькое. Если я ставлю обычный медальон, Ярик, на восьмерку. Надо сделать сначала сеточку. Как она на пятерке сделается? Она просто... Она сделается, но оно разогреется, все будет окей. Что жарить тех медальонов? Они вот такие, там, не знаю, высотой 2 сантиметра, я не знаю. И что их там жарить? Буквально по 30 секунд с каждой стороны. Что там, пацанюрики, получается? Да, да. Я помню, что я делал эти всякие бэби-штуки, то есть спаржу готовил, там, морковку. Артурчик, вот. Артурчик, да, я говорю, мы возьмем морковочку целую, откарамелизируем, и потом вот так разрежем и красиво поставим. Хорошо, да. Где этот мужчина такой красивый стоял? Мужчина, скажите мне, что делать? Процесс мне дайте, пожалуйста. Так, а смотри, хорошо, давай, понял, браток. Что, братан, реально не можешь делать? Берешь бэбики, кто их порезал? Я. Морковка уже порезана. Ну, я ж не говорил, братуха, понял, тебе резать их, понял? Ну, понял, ты... Я понял. Короче, с ними делать? Короче, ладно, блин. Он порезал морковку, я говорил, не резать, не порезывать. Ну, да не, блин, да спучу, понял, там. А там у сердца, понял? Ну, то есть оно как-то вот так, там пухнули, а там укакались. Короче, ладно. Она помыта? Ну, типа да. Короче, берите и... Ну, сейчас это... Хотя берите, делайте. Бэби-кукурузу. Берете сливочное масло, все на отдельных сковородках делаете. Да. Сливочное, это самое... Сливочное масло, сахар, уксус. Сахар не надо, мы возьмем мед. Переживал я просто за них, чтобы они не спалили ничего. Потому что я уже смотрю, маслицо такое, он там... Что-то там карамелизирует. О, браток, ты тормози уже, давай, хорош. Не трогайте, пацаны, вот это вообще, я убью за это, понял? Ну не убью, ну просто, понял, аккуратно, понял, ну вы просто не гоните. Это важные моменты, понял, вот эти жизни, понял? Ну а так, в принципе, было просто с ними работать. Реально, я не напрягался. Так, пасека, все нормально, так, чизкейк. Чизкейк работает. Работает, вон тесто делается. Тесто делается. Я, Женя і Ігор, ми розпочали готувати чизкейк. Женя зробила тісто, я з Ігорем зробили начинку для чизкейк. Все, хорошо. А потім додаєте клубнику, все це заливаєте. Окей?
Бомба-ракета? Да, бомба-ракета. Красавцы. Короче, все у нас как-то, ну, так горело, и у нас осталось, ну, реально просто сгорало все в руках. Ну, в хорошем смысле слова. Было классно. Ну, все, ну, говорю, ребят, курите, ходите, убирайте, все. Фух. Красавцы. Папа, папа, что такое? А? Что такое? Не, я просто... На вида. Слыночка, да, вошла в комнату? Да, да. Красавцы. Красавчик. Один шеф хорошо, два шефа лучше. Просто, ну, одна из лучших командных работ, которая только была за все время моего участия на мастер-шеф. Братва, заряжаемся на мясо? Да, уже здесь. Шеф, сколько мы семерку ставим? Все, везде? Все включаем. Давай везде по 8. Ой, бурые эмоции, там переворачиваем, масло подлее. Юра, туда, туда, сюда, ай. А нормально все, я поки тут... Хорошо, это твое тогда мясо остается? Это мое. Разогреется то. Пум-пум-пум, эти две, четыре сковороды, там, пух-пух-пух, то мясо давай переворачивать его. Снимай это мясо, а ты же снял одно? Не, да, достал. Марк, хорошо, добренько, мясо обжарил. Ну, процесс приготовки вообще идеально справлялся. А свинина, блин, а? Тут точно свинья. Ребята, туштуйте мясо с соусом хайсин. Там нарезано, с мотками. О, бомба. Ну да. Ярик, что с абайоном? Ты дорубляешь абайон. Сейчас дорубляй. Дорубляй, молодец. О! То капец. Красавчик, как тебя зовут? Ярик. Я как? Рик. Рик. Ничего себе у тебя имя. Ну, стою я там. Почем я рубить крем с собою? Молодец. Еще мешай, не останавливайся. Такие цукор, то все на пару баню. Там сиг яблочный идут. Кручу. Красавчик, не спеши. Я понимаю, что ты красавчик. Ты добавлял там воды? Да. Мне добавили там соку. Соку. Не спеши. Не спеши, смотри. Хай на чуточку. Ну, вот так хорошо. Молодец. Кто, знаете, зараз прогавишь, яйце жарене дать, а не сабайон. Вже хватит. Смешу. Хватит? Еще. Женя, сабайон готов. А? Сабайон готов. Туда. Сзади ставь его, молодец. Ладно, давай. Не знаю, я... Иди сюда, да. Иди попробуй. Что такое? Что сталося? Я не знаю насчет именно этих комочков. Чтоб потом, понимаете, чтобы они поняли нашу эту задумку. Чтобы так должно быть. Я тебе скажу, не парься вообще. С комочками скажут, там будут горішки. Ну, це, якщо не будет комочки, воно буде текти. Я поняла. Це типа задача. Добре? Да. Ну, що я могу сказать? В двух из трех кремов были комочки желтков. Вот. И как бы, когда мы с Каролиной спрашивали у Жени, типа, ну может протереть нормально, он говорит, нет, я такой хотел. Ребята, красная команда, идите ко мне. Воды, дай мне чуточку воды. Вода. Это мы делаем тест. Всегда нужно проверить, работает эта наша идея или не работает. Это сухой лед. Вода. Боже, это очень красиво. Как будто вот такой туманчик с утра у нас в лесу. И я это все рассказываю, поворачиваю голову. Все замолчали. Такое бы вы съели, нет? Да. Ну все, тогда давайте, у нас все будет супер. Давайте, все, у нас все работает. Хорошо, молодцы, все, давайте. Сама бомба, это была наша презентация, которая просто взрывала мой мозг. Я красиво. Норм. Идеально, все. Раскладываем десерты, только очень... На что раскладывать? Прям туда?
Сюда? Да, конечно. Сюда? Да, малышки, да, у нас один сет. Все хорошо. Да? Вот так. Да. Куда оно будет идти дым из всего. Подумайте так, чтобы только там будет мясо возле камней. Так, стоп, давай зараз подумаем. Муж у нас подавався тартар, а кусочек мяса у нас подавався на камнях. На камнях у нас был кусочек мяса. Девочки, я еще не хочу 40. Вы раскладываете мясо там, где нет десерта. Слушай, давай посмотрим, здесь везде гармонично все. Жека, ты мне мяты обещал. А? Ты мне мяты обещал дать. Красавчик, я тебе отложил мяту, где-то пучок мяты вот здесь, для тебя. Все. У нас уже все готово, да? У нас уже как бы дошло дело до презентации. Потом сюда ложим медаль. Где он там? Вот он. Ну, типа, он будет упираться, да? Да, он у нас упирается, ты понял? Да, ну и на опору. И все, ребята, обрабатывайте, понял, вокруг. Ну, ты выкупаешь, оно да, будет да, дно. Да, ясно. Во время, вот так вокруг, тогда? Понял, тык-тык, натыкали, все красиво, микрогрин. Листочки вот эти, чтобы ну, было просто, ну, выело глаз, понял? Так все было красиво. У нас идея была так цветочек съедобнее выложить, такая мысль. И вот так по бокам выложить эти мини-овощи и в середине такой маленький медальончик. Быстрее, у нас времени очень мало. Вот так вот, давай я буду ягодки. Вот, вот, два примера. Заберите кто-то ягоды один туда. Да, я буду делать ягоды. У нас был такой маленький чизкейк. Сверху мы украсили клубничным соусом. Соус был клубника, манго, мята. О, Дима вышел, ребята. Сейчас, давайте, подожди. Давай, родные. Ребят, внимание. Что ты хочешь? Всем внимание. Вы все молодцы. Продолжаем работать. Марк. Я смотрю на этот клуб. Блин, это реально классно. Прикольная такая презентация. Смотрю, ну это оригинально, во-первых. Думаю, блин, реально прикольно. Но ни у кого такого нету. Ну, и думаешь, оценят нормально. Не труси. Аккуратно! И не дай тихо, Боже, что ты хотя на тарелку упадет. Тихо. Марк, не ори. Тихо. Считаем. 16 тарелок должно быть. 5! 8, 9, 10, 11, 12. 4! Дима, хотите мясо? Марк. Пальцуй. 3! 14 штук, еще одну доставили, быстро. Там вон там. 2! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Одна! Смотрите, что мы сделали. Это вы своими руками сделали, нет? Вам нравится? Да! И стоп! Час вышел! Все, ребята, вы все забацали. Давайте, вы красавцы, я вам отвечаю. Мы тоже. Вы молодцы. Ну давайте, пять. Молодцы, давай. Все, смотрите, красота. Зараза такая. Красавчик, ну вообще. Ты самый спокойный человек на планете. Кстати, она занести в книгу рекордов Гиннесса. Ты понимаешь, что у тебя, в принципе, все готово. Но не так идеально, как бы хотелось. Но, слава богу, мы все успели. Его задумку мы воплотили цілком. Я була задоволена 100%, тому що це дійсно дуже незвичайно, дуже незвичайно. О, ну все. Зараз будуть уже пробувати гості, і ну якби перше, що ми спочатку дивимося на вид, правильно? Ой, боже мой, подрос наш мальчик. Мамочка. Вот это клопотенко сделал, стопудов. Едрит, мадрит, посмотри. Как это можно огонь этот потушить? А вот это тоже клопотенко мусор. А что это за елки? А, это же Новый год. Очевидно было, что на столе стояла одна тарелка с кучей какого-то хаоса, непонятные елки, непонятные камни, непонятная куча всего. А зачем мне подавать то, что нельзя кушать? Мне кажется, это было бы хорошо, если здесь убрать еду и поставить свечку. Ну, типа, такая композиция, знаешь? Новогодняя. А у всех шишки у всех есть? Да. А камни-то? Не выбрасывайте, это все на елку.
представляешь, мы сейчас соберем всю эту елку, все эти елочки. Не, может, на них камня надо накрыть? Получится одна такая большая городская елка. Ну реально, зачем так много их? И, ну, вот тут, хоть убей, тут что-то объединяет это все. Оно превращается, этот гастротур, в одну композицию. Вот тут как будто все отдельно. Вообще, как будто мы пришли в Турцию. Разрозненная композиция, да. И просто из-за линии, с женской линии просто, да. Мне презентация очень понравилась. Вот здесь. Это непонятно для меня. Обычно, обычно, нормально, обычно. А вот здесь интересно. Натуральная елка. Все как всегда. И я уверен, что это было вкусно, потому что мы все пробовали, все доводили до вкуса. Все мои блюда, я был в них уверен на 104%. Как вам закуска, девочки? Никак. Какая? Ну вот это вот в раковине, вот тут с елками. Она очень кислая. Мне кажется, винегрет просто кто-то забыл добавить. Марина сказала, что она скисла, скислая. Да. Ну, вкус как будто скисший. Как будто скисший винегрет кто-то да. подал. Саша, оно очень вкусное. Оно мягкое, классное. Мне винегрет добрый. Нравится? Угу. Дуже вкусно. Я ще попробую їхній спонжик, но це если мясо. Мясо мені дуже вкусно, если спонжик вкусно, я даже це буду голосувати за оці ёлки. Я как бы сушеф, вроде бы я и не переживаю, а в то же время, знаете, все равно такое волнение, потому что там, думаешь, какой-то вдруг там что-то, какой-то недочётик найдут. Соус хороший. Белый шоколад. И тут мясо лучше пожарить. Мясо хорошо пожарить. Мясо я еще не пробовала. Я не ем, поэтому дам вам мое. Нет, это, вот это скорее всего, не Клопотенко. Это не Клопотенко. Вот это не Клопотенко, а вот это Клопотенко. Штрихи чувствую. Ну, вот это, которая синяя команда, мне понравился десерт, неплохой. Соус такой из белого шоколада, я дорублю хороший очень. Единственное, за что переживал, за маленький этот медальон. Все. Ну, смотрю, уже какие-то, ну, там можно будет, ну, подъезд, да? А у меня вот как-то, ну, думаю, скажут жадина. Бэби, миньончик, я его поклала в рот и сожрала сразу. Миша, ну, что ты клаптик мяса попал? На астросет. Это, ну, знаете, это микрокухня это обозначает. Ну, кстати, это микрокухня. Ну, мясо маленький кусочек, мне кусочка не хватает. Это же основное блюдо. Такой десерт и такой кусочек мяса. Ну что, вы определились? Я проголосую только за закуску. А мне нравится синий. Медальончик, мяско, оно было мягенькое. Хоть его было очень мало, но маленькое такое было. Но мне оно понравилось. Ну, чего-то мне эти камни ни к селу, ни к городу. Ну, я не поняла этого, я не знаю. Может, я деревня, я не поняла. У синих мяса было больше соуса, чем основного блюда. Теперь за красный. Во-первых, це блюдо, тарілку, яку я побачив перед собою, це плагіат. Тому що презентація була вкрадена, тому що Асмі в шостому сезоні вона подавала на фіналі йолки. Это для инопланетянина с лосиной планеты какое-то блюдо, потому что хвоя с камнями, но, скажем так, я подумала первое, о боже, я это не ферментирую, как это? Для меня концептуально выше все-таки была икебана, икебана с хвоей и камнями. Почему? Потому что я всегда за поиск новых форм. Мясо мне понравилось. В красной команде мясо было прожарено хорошо. Его было достаточно много по сравнению с синей командой. Це взагалі мега круто, що от діти в такому віці, ну це діти вважаються, да, підлітки, вони творять це все, і це мега круто, навіть під чиїмось керівництвом, але все-таки це робили підлітки. Ну вот, если их реально сейчас 20, и они вот такое с первой серии как бы бахнули, то я просто молчу, типа, по сравнению с тем, что мы валили. Поет, значит, Эктор, Татьяна уже и Дмитрий в целом составе. С этой же коробочкой. Смотри.
смотрю, там Левинзон, Миха, Троцкий. Мишаня! И, боже мой, как я был рад, что там была Левинзон и там была Лизочка. Сразу такие Троцкого побачив, такий веселий, я вообще його, такі, звісно, кадри редкі. Я його дивлюсь по телеку, як він каже, гребіть це! Міха прийшов, машина-убійця, який величезний шуну. Я була очень рада, щаслива увидеть їх действительно вживую, потому что буквально недавно я їх видела чисто вот по телевизору, да? Никогда вживую я этих людей не видел. И тут вот так взять их и увидеть это очень неожиданно, на самом деле. И очень приятно. Я доволен. Все. Боже мой, я их увидел, это шикарно, это круто. Увага, капитаны та команды. Ваші гості скуштували всі страви, і кожен з них визначився зі своїми уподобаннями. Тому зараз ми дізнаємось, хто з них і за яку команду проголосував. Переможця визначимо за кількістю прихильників. Все чесно та прозоро. Повна демократія. Правильно, депутати? Що? Скажи. Звісно, демократія – це ж народ, який має слово. Це народ, який може сказати геть, геть президента з нашої країни. Тож, правильно, може, коли буду президентом, то буде у нас демократія поширена. У нас буде така гіпердемократія. І ось перший голос. Женя Бєлі. І Женя вирішив проголосувати за команду червоних. Ми такі, отлично, все, перший наш, значить, побіда наша. Привіт. А зараз Марина Яковенко. Вона голосує за червоних. Проиграю. Марина всегда голосует за тех, кто проигрывает. Это 100%. За меня, да, или за красных? За нас. Я не за тебя, я за красных. Не знала, что это я, да? А вы не знали, что красное это я? Нет. Я совсем забыл. Это же мастер-шеф. И это же люди, которые мешали мне победить, которые постоянно меня подкалывали, поддавали, засовывали палки в колеса. Не прошло уже два года, но люди не меняются. А финалистка 5-го сезона Катерина Велика голосует за синих. Удивил. Серьезно? О, ну! А зараз Наташа Левинзон. Вона вирішила проголосувати синій. Привіт. Потім виходить Ліза. Команда красна. Потом карета к синим. 3-3. Карета сидит. Сколько слов? 3-3. Все хорошо. Потом Женя же этот шмель к синим. Думаю, хорошо. 4-3. А потом смотрю-ка. Аня Дороненко к нам тоже. Думаю, ну вот точно должна быть, да, уже не о чем. Как бы красный, синий. Девятым голосом была Чуприкна Наталья. Она проголосовала за красный.
Десятый голос был голос Дмитрия, и он проголосовал за нас. Троцкий. Вова, воно таке кисле, таке кисле. Троцкий, блин. А я соскучился за тобой, кучерявый. Вова. Вова Троцкий проголосовал. Команда. За синих. І насправді велике відкриття сьомого сезону – Міха! Це команда «Сині». Денис вирішив проголосувати за «Синіх». Тонька Валя. Вона голосує, звичайно, що за синіх. Ідіть, Валя, іди, 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 іди. Мой сексі бойс. Чекай, чи сексі герл. Я на одну пишу, другу зачерку. Раз я ребю, я ж говорю, тетя Валя, моя хороша. И Карина отдает свой голос. Команда «Сині». Отож, учасники. З рахунком 10-5. Победил команда «Сині». Я реально, вот знаете, я настолько была рада и счастлива, даже вот, ну, то, во-первых, то, что мы выиграли, нет, во-первых, потому что я была су-шефом Павы, нет, во-первых, потому что я очень рада, что Пава выиграл. Он победил и это принял. Но самое главное, я сделал две вещи. Я показал подросткам новые моменты приготовления еды. Я показал Украине, что можно делать ресторанную еду по-новому. И что ресторанный бизнес развивается, ресторанный мир развивается. И что такие презентации – это уже норма, а не что-то нереальное. Если это приготовил я, то это сможете приготовить и вы. И это была моя цель, и я ее достиг. Спасибо большое! Это вы молодцы, я тут при чем? Красавчик. Вы молодцы. Я взагалі не знаю, що на мене дійшло, але мені стало, не знаю, настільки аж паршиво просто, я не знаю чого. Я розумію, що мені треба буде зараз голосувати за когось з учасників. Я говорю, пропадімо. То, что впереди я видела кастрюлю. Огромную такую кастрюлю на колесиках. Я ее увидела и поняла, что внизу стоять не хочу. Нет, нет, нет. Четыре лапы вот эти. И этот казан. Не знаю, в пекло бы вылезти этого. Ну, короче, это кошмар. Вот этот бабин таз. Ой. Прям страшно стало, реально. От нее тянулись четыре каната к четырем поверхностям. Канаты как у того, как пылесосы были, как какой-то насадка от пылесоса. Я не поняла, что они будут делать. Сині, вітаю з успішним завершенням першого тижня на MasterChef. На балкон! Ми перші відкривателі балкона. Первый раз в этом сезоне на балкон, все, мы поднимаемся на балкон, и начинается, наверное, самая такая напряженная часть. Перед вами папірці. На них ви маєте написати одне ім'я. Це той, хто, на вашу думку, має нести відповідальність за невдачу команди. Это было для меня впервые за всю мою жизнь, 16 лет. И это действительно было очень тяжело, брать маркер, брать эту бумажку, писать это имя, а потом брать и вот так вот накалывать это имя на того человека. Это реально очень больно и очень тяжело.
Зараз ви по черзі будете виходити і голосувати за учасника, який, на вашу думку, був найслабшим у вашій команді. Ми такі стали вже один на одного, подивились, знаєте, у того Пушкін і Дантес на дуелі. І думаємо, хто на кого напише. І почалися смертні приговори. Каролін. Кароліно, прошу. Ну, в першу чергу, я хотіла би подякувати всій своїй команді. Ми дуже-дуже гарно попрацювали, кожен з учасників виклався на 100%. Але був, на мою думку, учасник, який зробив трошки менше за інших. Даша, я голосую за тебе, так як, на мою думку, ти зробила найменше роботи за інших. Я так не считала. Ну, потому что, как бы, я считала, что я справилась на уровне там с Машей, с Таней, с Лизой, которыми все это все делали. И как бы, ну, ладно, проголосовала, так проголосовала. А, следующим идет... Юрко. Даша, не убеду против тебя, но... Не обіжайся. Не обіжайся. Вона вчора не виклалась на всі 100%. Ну, почистила щось там, три буряки і допомагала. Антон. Даша, пробач, ну ти зробила найменше з усіх робот. Ну, розумієш, так? На тобі звізду на пагон, коротше. Стіж, де хто буде далі голосувати. Марк. Я голосую проти француза. Плохо. Діяла команди капітана. Я хочу, щоб мій голос слився, щоб я нічого не рішав. Марк не за мене. Думаю, нічого собі. Ти єдиний чоловік, який я була на 100, просто на мільярди процентів вірила, що він буде голосувати за мене. А ти, як би, і тут прямо таке, це плохий знак або хороший знак? Це взагалі що? Наташа, твій бисквіт два рази був згорів, і він не піднявся, він не був такий пишний, як має бути. За тебя. Ваши бисквиты не поднялись, а сгорели и были какие-то, короче, галимы. Я просто, ну, немного была в шоке. Ну, выхожу такая я. Я сегодня проголосую за Ярика, потому что крем, который он делал с Абайон, он был с комочками. Я знаю, что тебе Женя говорил, что так и нужно. Я тебя абсолютно не виню, но так как я должна проголосовать, я вот голосую за вот эти комочки. Ну, она написала Ярик, а я хоть и что она Ярик написала. Меньше с тем. А может, Ярослав? Чего она написала Ярослав? Топше! Ярик. Ми вчора робили все, що нам казали. Кожен зробив дуже багато, але є людина, яка зробила менше. Тому я голосую проти тебе, Даша. Даш, прости, пожалуйста, я прекрасно к тебе отношусь, ты очень классная девочка, но, к сожалению, вот сегодня вот так. Извини, пожалуйста. Ты что попали, дядя? Нет. Сказали, что не договаривались, не договаривались, а ну а вот взяли слили. Даша. Я как бы ну, не видела всех, потому что у меня был определенный процесс, но как бы мое мнение это то, что Лиза сделала чуть-чуть меньше, чем остальные. Даша, проти тебе проголосувало шестеро учасників. Будь ласка, підходь до нас. У мене вже наворачуються так, конкретно наворачуються сльози, комочок в горло підходять. На самом деле, я зробила те, що мене попросив Женя. Я виконувала все в точності, що він говорив. Якщо він говорив стояти, чекати, поки він підійде, я стояла і чекала. Я знала, что у меня будет... Ну, ты прокупись. Не плач, не плач, все добре. Дихай глибше, заспокойся. Это не
тренувати, розслабся. Ти у вас це не лапортунідат. У тебе буде нагода довести, що рішення твоєї команди було помилкою. І що ти не заслуговуєш на цей фартух. Запам'ятай, чорний фартух – це лише нагода для того, щоб показати свої кулінарні здібності. Спасибо. Очень жалко, потому что мы понимали, как трудно ей будет на битве черных, и какое огромное задание ее будет ждать, какая ответственность, и как сильно хорошо она должна себя показать. Бен, червоні фартухи, піднімайтесь на балкон. На балкон! Чи ви хочете брати участь у битві? Соберись, потому что слышишь меня? Просто соберись и все, ты сейчас там все докажешь. Расслабься. Женю, а ты чего на балконе? Ты же в черном. Хочешь до нас. Все, удачки, ты сможешь. Давай, кицеля. Parece que usted... Отже, вітаємо вас на першій битві чорних. Цей великий казан, що ви бачите, не для страв. Він для вас. Лише потрапивши у двадцятку, ви розслабилися і достроково відчули себе переможцями. А це великий гріх на мастер-шеф. І тепер, щоб спокутувати свою провину та повернути білі фартухи, ви мусите пройти через справжнє пекло у казані для грішників. І вони, які вже передивилися один на одного, волосся дибки стало. У них же, певно, я не знаю, током пройшло, вже по нас током пройшлось. О, нам було їх жалко аж. Бо то капець, що йде такий вон напівхати баняк. Бачите ці канати? Да. З їх допомогою ви зможете притягувати казан до різних кухонних цехів, аби виконати той чи інший процес. Ми повинні були залізти в той казан, бути в тому казані, всі девайси, продукти забирати в казан можна. І було 4 поверхні, на одній поверхні були продукти і мийка, на другій поверхні був блендер, щоб перебити. На третій поверхності була дощечка, ножик, а на четвертій поверхні була плита. Одна плита, 4 комфорки на всіх. Готувати ви будете різні страви. Юркові дістається філе судака з кремом з картоплі та васабі, шпинатною пастою і соусом шафрану. Ну, побачивши ту страву, думаю, складна страва. Пасту треба зробити, рибу треба філірувати, щоб косточок не було. Ну, соус п'юре то вже легше, але все одно той шафран. Чув той шафран раз, не знаю, 100, напевно, там читаю рецепти шафран, шафран. Там в мультику Рататуй вроді було шафран. Ну, коротше, знав я про той шафран багато чого, але ніколи його не бачив. Жені. Печуга де пат. У тебе качене філе з буряковим кускусом, міксом з томатів черрі та морквяним соусом. Это легче. Главное утку. Утку не перемешать. Даша. Крем. Це каре з ягняти у фісташковому краші, кремом з пастернаку і кавовим соусом. І кон крема де пастинака. Видела того огненка. Увидела свої руки, поняла, що косточки как-то зачищені. Ну, остальное – это кошмар. Най найважче. Мне кажется, кара – это самое. То, что откуда ты знаешь, сколько оно жарится. Это классно, надо зачистить каждую косточку. Вот, и я вообще не знаю, как это вот по жарке. Сколько его жарить, чтобы оно было розовое, ну вообще, кто его знает? Подивимось, що тут під баранчиком. Куриця. П'єнса. Ха. Марк думає, що це курка. А як же? Та ще й радіє через це. Та-ра-ра-ран! Що це? Сорі. Я смотрю на своє блюдо, короче, а мені говорять, это
Філе дорадо на поленті з білими грибами, соусом з брокколі і чеснику та оливковою землею. Тіра негра еча де асейтунас. Все просто. Сі. На роботу у вас буде 1 година. Коли в нас засадили казан, я взагалі думав, ну де я попав, що я буду робити. Буде що вспомнити. Навіть якщо я вилічу, я каталась в кастрюлі. Ти на капіт. Що, учасники готові? Так. Да. Тоді час пішов. Ой, це какое но! Давай, його давай! Хорошо, что все худенькие. Все худенькие, хорошо, что, знаешь, все помещаются. А губы какие-то там зефирка. Девочки, что вам надо? Кастрюлю. Мне надо кастрюлю. Так, раз. Сотейник, так, сотейник. Все, ну-ка берите без шушек. Есть, Юра, теперь сюда. Я иду. Это же дикость. Давай! Кошмар. Ребята, итак, изначально сразу мы берем, набираем воду в сотейнике и ставим сотейники на воду, потому что вода будет долго, ну, закипать ей надо. Так, кого отошли? Сейчас облю кого-то, будете купаться у меня. Так, осторожно. Атмосфера в кастрюле – это трэш просто. Трэш на трэш и трэшем погонять. Так, ребус. Дорадо, до походу сюда. Чеснок, сливки не надо. Грибы, грибы обжарить. Так, Дорадо, давайте, все, Белла, все, так, бери все. Это мне? Осторожно. В общем, набираем вот это вот, нагребаем все, нагребаем, нагребаем, нагребаем. И я ищу уже этот пастернак. Так, как, это пастернак? Как выглядит все, пастернак? Все. Это пастернак, Юра? Нет. А что это? Как выглядит пастернак? Кто-нибудь можешь мне сказать, как выглядит пастернак? Белая возле морковки, белая продолговатая возле морковки. Это? Да. Это пастернак? Да. Так это... Ну ладно. Это... Возьми нормальный, который потолще, чтобы ты его долго я не чистил. Я взяла нормальный, я возьму вот. Но. Даша, меньше базарь. Хотелось ему по башке, если честно, дать. Он что-то все время орал, вот прямо просто тупо орал. В тему, не в тему, он все время орет. Аккуратно, аккуратно. Давай, 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 давай. Тирам 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 тирам. Поближе подвиньте, пожалуйста, Бога, я не знаю, что поставить. Комфорка, яка там температура что? На тих, кто может подвинуть. Осторожно, кофе! Уйди! Мы набрали воды и поставили, чтобы оно закипело. То есть всем надо было что-то варить. И бросила ту половину фисташек, потому что мне показалось, что их надо обварить как-то. Не знаю, сначала. Ну, мне так показалось. Потом я увидела ту мутную воду, думаю, ладно, хай будет. В общем, и поехали мы к этим, к досточкам. Стой, стоп, 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 стоп. Юра, подожди секундочку, на секунду туда. О, ничего себе. Просто главное правильно стать вот так вот, чтобы ты как бы тянуть, как бы стать вот так вот по диагонали, то есть чтобы ноги были твои здесь, а голова была здесь. И так вроде бы легче. Да подвиньтесь! Что ты хочешь? Помогите поднять эту хрень, пожалуйста. Слава, я тут не взяла эту хрень. Ну там, коротше, так як в машині можна було не розрахувати повороти, я там трохи керував. Тихо-тихо, Марія! Юра, передвійся чуть-чуть. Передвійся чуть-чуть сюди, так. Тихо, стоп-стоп-стоп, візьми цей канат. Візьми цей канат. Чуть-чуть туди. Так, тихо, не мене же. Є, тепер пітяй там той. Давай, давай. Чекай.
Так, отходим все. Иди к папочке. Осторожно, блин, осторожно, ребята. Осторожно. Ну, если так представить визуально. Вот поверхность, и вот кастрюля. Вот. Вот так получается, ну, было. И получается, что человек, которому нужно вот здесь вот нужно приготовить, например, вот здесь стоит доска, то этот человек должен просто наваливаться на эту кастрюлю, чтобы туда, получается, чтобы достать до этого и приготовить. Не толкайтесь, ну блин, ну хватит на меня ложиться! Женя, кого-то только на тебя ложатся. Вот это филе, конечно, вообще. Люди, вы не знаете, это срезать или нет, или пусть остается? А что это такие новые? Это просто пленка с этой. Ну, это я сейчас. Берись, ты и мои чистый спорт. Ярик влюбився в Женьку, не чіпай його. Мені замуж позови после битвы. Сам ти зовет, чуєш ти. Блин. Давайте. Блин, а нам буряк, мне нужна миска. Стоп, а где буряк? Ми позакривалися спинами, але не вірю, що вони. Позакривалися, але тіло то свої порозробляють. Та, Ярик? Да, скажи да. Ну, скажи да. Да. Вот так. Та все, лечить живо. Та потише, можна? Не навалюсь мені. Я, чесно слово, не навалюсь. Тебе защищають эту косточку. Я думала, это просто. Нифига не просто. Ты знаешь, это мясо, там еще. И вот так, и тупо вот так вот делаешь. Вот просто вот это движение вот так вот начинаешь делать, делать, делать. И вот просто пока оно не станет чистым. Ну, боже, не могу сказать, что я идеально зачистила, но для первого раза это вполне ничего. Не толкайтесь, ну блин, ну хватит на меня ложиться. Женя, кому-то только на тебя ложатся. Вот это филе, конечно, вообще. Люди, вы не знаете, это срезать или нет, или пусть остается? А что это такие новые? Это просто пленка с этой. Ну, это я сейчас. Берись, ты и мои чистые споки. Мне нужен другой процесс. Пожалуйста, люди, поехали, уже реально нету времени. Да ты не одна, тут закрой рот. А, это ты сказала? Ты что? Сори. Марк. Чувак. Марк, амбиции. Да, я не могу, рыба тупая. Марк, если тебе сложно держать рыбу, возьми салфетку и положи на рыбу салфетку, тебе будет удобнее держать. Там не держать, он не может, он мясо не может срезать. Шкурку-то снимать тяжело было. Смотрю, подрезаю, а у меня шкурка уже там с мясом. Думаю, раз, одну филешку выкину, потому что она была вообще, ну, никакая. Я вот думаю, короче, выкину новую, сделаю, что на рыбу есть. Я раз, два, хорошо, ты две рыбы дали. Дали бы одну, это все, это я бы запробовал 100%. Мене Костю дофіга в тому судакайтесь. Судака, до речі, той перший раз готував. Готував, що я готував. Сібаса я готував, як готував. Карасі, карпи, амури, шуки, окуні, коротше. Все, що в річках, я готував. Ну, судака ні, бо в нас в Львівській області судака не було. Та вроді ні, може хіба в Добротворі на водосховищі. Юра, блін, ти видах википи. А вже їду, треба тісто замісити. Замішуй в руках. Юра, чого? Там зелене тісто должно бути. Я знаю, я потім шпинату дам. Йому зразу треба було зробити краситель, а тоді вже робити. Воно не закраситься зараз. Коротше, я кого? Не знаю, що мені, як мені той шпинат туди дати. Нужно было сначала как бы блендером пробить шпинат, либо уже через ситечко протереть. И вот этот вот сок, ну, может быть, немного гуще добавить в тесто, да, чтобы тесто окрасилось. Юра, что ты делаешь? Тесто беру, картошку беру с собой. Да давай быстрее, блин! Я не могу сама. Да чекай, я не могу тесто до рыбы. Давай. Давай, бери. Сказать, что... Юра, тебе не надо много, возьми половину брокколи. Все, хватит. Буряк, буряк, буряк. Так, я надеюсь, что это буряк. Юра, тягни, качок. Давайте. Сделала.
готова. Давай же, я думаю, надо, что надо же первым делом сварить. Нужен мне нужен сок буряковый, бурячный, буряковый. Осторожно, кипяток у меня в руках. Так а зачем ты его с собой берешь? Ты что? Вот это нагоник. Марк, тебе должно сито быть на пару, а не в воде. Там є пустий сетєнік, сито та воду. Та я біжу. Сито в воду. Марк! Марк! Постав сито, сито должно бути на пару. Кому води добавить? Юра, тобі? Давай. І мені чуть-чуть по капельку совсем. Постав сито, сито должно бути на пару, а не на воді. Сколько риба там? Риба париться буквально сколько? Минут 20. Марк! Та щас, подождите, дайте рибу поставлю. Поленту залей, їдь дальше. Полента. Та чого делав це один чоловік? Гаси делай. Та я не знаю, де у мене що лежить, я вже все забув. Де моя риба? Ти її клав сюди? Я не знаю, не пам'ятаю. Де ти її лишив, Юра? В салфетках була риба. Ні. Тогда не там, тогда там где-то. Я вам кажу, там же весь балкон шукає його риб. Туда-сюда, сюда-туда. Каже, ви, може вона та, може вона та, може ти, Марк, її прийняв. Хто там знав, вони ж, знаєте, понаставали туди-сюди. Подивіться там на поверхню, чи там риби не лишив. А там риба, наверно. Де? А, да, в салфетках що-то вон. Да, да, по... Є! Дайте сюди! Женя! Дайте, я потягну! Дивлюся, там м'яска маленька стоїть. Вже ми як під'їжджали до тамтої поверхні, я зрозумів, що моя риба, я так зрадів. Ура, риба є! Питався, не можна сказати, якщо вона тут стоїть! Наскільки мені нервів пішло там на ту рибу. Напевно, самий напружніший момент конкурсу. Та риба пропала. Мені треба сюди! Ближе, 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 ближе! Поехали туда, к там, где были всякие эти блендеры, миксеры, венчики и так далее. Даша, ты на 3 часа будешь делать? Вот для взбивания кофе! Или что оно там? А делай как хочешь. Даша! Даша, что? Тебе треба кипятком запарить фисташки. Что? Кипятком запарить фисташки. Я знаю, но что я могу сделать? Ты, походу, нифига не можешь сделать, блин, давай! Марк, у тебя рыба переварится! Все, ребят. Уже время! Народ, да, реально, рыба это важно! Пустить, пустить, пустить! Ну, у меня уже рыба готова. Чернозем этот, короче, готов, эти маслины. И эти грибы готовы. Жарится, шкварится. Все, короче, полента варится. Думаю, я к дошракту мивину сделал, все, хорошо. Хай будет. Еще только приправы не хватает. Так, Даша взяла и ушла. Да, сейчас. Боже, Даша еще коры жарить. Боже мой. Я обваляла, в общем, свой кусочек мяса в этих, в орехах. Это когда делали, по-моему, фисташки. Я просто не очень сильно замечала, что я там вообще делала. В фисташках обваляла и поставила жариться. Я поставила не на большой огонь, где-то на 6. Жене еще нужно. Мясо вообще надо долго мариноваться, когда нам спит. Это там моя комфорка. Это моя комфорка. Это моя... Нет, тут твоей комфорки. Да, угомонись. Да, не шо, надо мне этой копилка. У него тут процессов дофига. Это моя комфорка. Ты уже чуть-чуть обжарила. Я да, не обжарила, мне сейчас жарить долго. Не ори, мне тоже долго жарить. Сейчас я говорю, я сейчас сковородку в голову брошу. Вот я просто... ему можно. Когда у меня начинаются такие стрессовые ситуации, у меня просто сносит башню, и я, не знаю, у меня включается танк, какой-то вообще ненормальный человек, который просто метет, убивает, делает все, что ему надо. Подвиньтесь чуть-чуть в ту сторону, Женя. Нет! Мне нужно жарить! В этом котле сидеть, ты уже не думаешь о командной работе, как вначале, ты уже не думаешь, как кому-то что-то помогать, ты думаешь только реально о себе. Горячая, горячая! Что тебе надо? А потом я понимаю, что я ж не сделала надрезы, и мне весь жир просто тупо остался там. Надо сделать на утке надрезы, чтобы из нее жир повытекал.
Вот, и чтобы она внутри приготовилась. А у меня она просто тупо вот такая вот прослойка жира. Вот такая вот. Извини. О, сахар забыла, блин. Даша, а можно у тебя блинчерну помидоры в твоей воде? Нет. А что там у тебя? Кофе. Осталось 20 минут, ребята. Давай. Поехали, тяни. Быстрее, пожалуйста. Я понимаю, что у меня не готов соус. Ну, как бы вообще не готов, потому что он должен был там прокипеть. В общем, надо было его мешать, добавить масло. И, в общем, он должен был, в принципе, густой. За ту пасту найбільше переживав. Ну, я не дуже люблю те тісто робити з тими пастами. Юра, Юра, воно ж не зелене, ні? Та я знаю, що воно не зелене. Вже яке є, таке є, я просто не встигну потім перебити там то. Мені головне зараз просто зробити пасту. Я взагалі так собі спланував, що може йде я руками, а візьму шпінат усік і може воно буде кваліне. Кстати, на минуточку, в Юре там такие мышцы, ого-го. Я их побачила, какие Юре мышцы, я только думаю, ого-го, потише. Там вы что? Юра бы смог, я вам кажу. Тісто рветься, то трындец. Успокойся, тулочите вы. Вы зажимали меня. Казала мамка, що повлюбляються в тебе, в лікар. Та стійте! А що в тур там була? Ну, коротше, ганю приколи, розумієш, поражати хочу, щоб вони там поражали, щоб успокоїти цю нервну обстановку, так-то, знаєш. Артур! Може ти не в тему не балакай? Що зробити? Не в тему не балакай. Ди, француз, давай ди, то француз. Я просто давай. Попросив, що давайте без тих приколів. Зараз прическа у тебе упаде. Що, я говорю по суті. У меня пюрени соус. Может, сливок добавить? Густое? Перетри, а потом уже сливками консистенцию. Ну, контролируй. Юра, Юра! Что? А ты казал, их дуже тонку делать, да? Да, то я сделал тонку, але вона злеплась. Дивися, не прозевай, Юрчик, пожалуйста, я тебя умоляю, не прозевай! Я думаю, нормально. Паста, фішка пасти, то її не переварити. Ну, краще не буде альденте. Ну, навіть ке. Наполовину, там, на півсире, бо альденте тут трошки вище, ніж наполовину. Нічія комісячна, зоряна ясна. Чуєш, а де чілі оцей? Чи ти будеш соус його додавати? Шафран? Та я його запарю, він там стоїть, його треба через сито перевалити. Що тобі залишилось, Юра? Соус перебити. Так, Юрі, соус, тобі що, лід? Поїхали презентацію, Люд. Ні, спочатку лід, потім соус, потім наша презентація. Марк, давай тяни, бери, бо в мене рука була. Виверни туди більше, бо ми фігово. Ну, взагалі, той казан, він... В деяких ситуаціях він їхав нормально, ну так, легенько там. А в деяких ситуаціях було таке, що він щось застрягав. Ну, я так зрозумів, що там ролики, ну, коротше, перекручувалися в іншу сторону, і треба було, ну так, на ходу розвернути тим канатом. Коротше, я чук-чук-чук, перебив. Юра, все, їдемо. Зараз. Подожди, одну секундочку, Марк, одну, давай считай, до 10 медленно, і все, і ми вже. Юра, раз. Два, три, кидай! Треба було ложку взяти, я не взяв ложки, ще треба буде поїхати сюди. Я взяла тебе і ложку, і вілку, все, що хочеш, я взяла. Мені? Не тебе, а себе, всім. Помочь, що треба, швидко забрали і все. Ні, Даша, пожалуйста. Я не можу тут Марк розложити. Блин, оно очень-очень жидкое. Так, куда мне еще? Мне надо соль еще в пастернак добавить. Дай соль. Только не экстра соль, а морскую бери.
А то еще, блин, пересолят. Степана, я так подумала. Да, ну, может, по-богатому. По-богатому, когда. Экстру доста. Спасибо. Положила тут кусочек мяса. Вот я за что не переживала, так это за мясо. Но я просто забыла очистить шкурки от этих орехов. Это просто ужасно. Учасники, увага, залишилось 3 хвилини. Едем по 50. Марк. Подожди, мне надо презентовать. Будь ласка, давай я скоро. Подожди, пожалуйста. Что такое, Юр? Кістка є. У тебе кістка? Та. Витаскиваю. Ну чим, якщо треба пінцет взяти? Давайте. Руками, блін. Руками. Пальцями. Пальцями. Рибу притримуєш, кістку витягуєш. Так, без пінцету, а я так чика. Потім виклав наверх пасту. Бери локоть від моєго блюда. Пожалуйста. Марк, ти? Марк, що там полента? Вона упала. Утка розе? Чуть-чуть сировата, медіум така, или рер, я не знаю, как. Розе є, медіум нема. Вона майже розе. Ще є таке відео про жарки утки, але судді була не така. Толкай річ, Жені. Все буде добре, давай! Жені, у тебе хороша презентація, почти найкраща. Файно все! Жень, пожалуйста, серйозно, у тебе шикарна презентація. Ти що, блін, утка сира, не вийшло. Залишилось 5, 4, 3, 2, 1 і стоп! Час вийшов. Приходить время вердикта. Судді вже на чистій поверхності, ложечки вже стукають. Кашу, кашу несіть, да, їсти хочеться. Марк, будь ласка, підходь зі своєю стравою. Пот тече. От тут сердечко б'ється. Ту-т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 у
Это... Рыба в пару. Рыба, сваренная на пару. С землей этот... Черные сливки, жареные на сковородке. Черные сливки? Маслины. Оливки. Маслины. Оливки. Оливки. Черные оливки, жареные на сковородке. Это как сделаны наподобие мака. И соус мне не вышел, но это, можно сказать, пюре с брокколи и сливок. А что под рыбою? У нас, короче, в школі, от я вам прикол такий скажу. На школі був магнітофон, і ми на уроці, музики, знаєте, там співали «Україно, моя» чи ще це. Ой, я ж голова закрутилась. І вона, коротше, може таке бути, що він співає там, наприклад, «Червона рута». «Червону руті», і тут може «Чер, чер, чер, чер». І вчитель музики такий «Гуп». І він далі «Воно руту, не шукай, вечора». Тут таке саме. Марк «По, по, по», а з балкону «Лента, лента, лента, полента». Полента. Полента. Все балкони знає. Полента. Ми тобі 30 минут чуть ли не кричали, що як цю паленту заварювати. Да що воно таке, да з чим його їдять? І ти забувся, що це таке? Мені кажеться, це нормально. Якщо б я була на його місці, можливо, случилось би те ж саме. Твоя полента хоч і м'яка та ніжна, але в ній не вистачає спецій.
Як тобі твоя презентація? Ну, презентація вийшла неплоха. Тобто, якщо б не упала би... Да? Да. А я б сказав, що презентація жахлива. А чому? Ну, а я ж думаю, треба защищати свої блюда. Я ж. По грудні не тебе стучать. Я ж. Защитник. Супермен, блін. Щит отакий от у мене. Міліметровий. Ну, там упала, да, я согласен. Ну, якщо б не мак і не упала б... Який мак? Ой, мак. Піс... Який мак? Я не знаю, я думал, как-то меня сейчас вывезут, это блюдо как в морду залепит. И почему? Марк. Ты маешь быть уверенным человеком. Я часто чув, як ти говорив іншим. Поводься як чоловік, будь чоловіком. А ти зараз як поводишся? Як чоловік чи ні? Дякую. Подобається риба на смак, вона соковита, але ж потрібно було зачистити її таким чином, щоб вона мала охайний вигляд. Спочатку, коли вона ще була сирою. Зрозумів? Так, спасибо. Дякую. Добре, Марк, дякую. Забирай страву і повертайся на місце. Полинта, полинта, кукуруза. Ну, Марік, капець тобі. Ми вже поняли, що тут щось вже намічається, вже знаєте. Вже не концерт Поплавського, а вже щось таке. Юрко, бери свою страву і підходь до нас. Давай, братан, я всі вірю. Бою все гаразд? Так, все добре. Так розрахував собі і знав, що свою страву зроблю. Якщо ти був такий впевнений у своїх силах, то чому я бачу перед собою звичайну пасту, а не шпинатну? Нам треба було його перебити в блендері. Ну, не хотів відволікати інших вже, думаю. Ну, не перебив, коротше. І соусу більше, ніж пасти. До речі, ти знайшов шафран? Знайшов. Ще так смішно було під час конкурсу. Васабі крем в кишеню, шафран в кишеню. Бо там в нас була така запара, всі ті посуда, всі інгредієнти, в нас все під ногами таке. А ще щось в кишені лишилося? Так, редис. Давай. Yeah. Это моё. З кухні мастер-шеф. Нічого не забирають. Хоч соусу і забагато, проте мені подобається його текстура. Також він непогано смакує судаком. Ти добре попрацював з рибою, жодних кісток. Але форму філе можна було зробити охайнішою. Дякую. Наступного разу, коли в тебе вийде така ситуація зі шпинатом, не буде блендеру чи ще щось буде відбуватися. Блендерів колись не було. Звичайне сито, перетерте. Дякую. Гарно, що паста тонка і не злиплась. Є над чим працювати? Дякую тобі.
ні спецій не хватає, і презентація неохайна. Йди назад. І то вже все, навіть не концерт Зіброва. Дашо, підходь зі своєю стравою. Ти казала нам, що несправедливо отримала чорний фартух. Як тобі здається, ти впоралася зі своєю стравою? Ну, я би більше дольше измельчала би фісташки, тому що і, ну, тому що мені казалось, що вони повинні бути більш маленькі, як панировка. Найголовніше в краще з фісташок – добре їх зачистити та підсмажити. Їх я би все одно не почистила, тому що я тупо как бы, пропустила той момент, що їх треба було чистити. Будь ласка, скуштуй. Вони гірчать. Да, согласна, не гірчать. Дуже важко їсти таку страву. Каре треба було краще зачистити. А тут у нас що? Сіль. Мені показалось, що не буде соленим пюре з пастернака, і я вирішила, що це буде, ну, неплохое. Ти, напевно, закохалася, Даша. Ой, пересолила. Демасьяд. Так. Дякую. Я дивлюсь на це м'ясо, і мені здається, що воно ще сире, тому що тут воно підсмажилось, а тут воно ще сире. Тетяна говорит, что она видела, что соус там вообще был как это, кофе-водичка. Сейчас пастернак и морковку надо там дольше варить, и что, чтобы не было комочков, да? Ти сказала, що ти хочеш переробити там декілька речей, а я б сказала, що я б хочу переробити просто все. Дякую. І у мене от повністю как бы, блюдо вообще ніякое. Я просто надіялась на те, що у других буде хуже. Пішла назад, і то вже не концерт Іво Бобула. Женю, підходь до нас зі своєю стравою. А чому такий вираз обличчя? Тобі щось не подобається? Я, ну, зробила не розет утку, а номер РР, я не знаю, РР чи навіть не РР. Дійсно, качка не того ступеня просмаження. Зазвичай клієнтам це не дуже подобається. Тому, щоб догодити їм, з качкою працюють дуже ретельно. Соус з моркви непоганий на смак, але треба було його краще перетерти. І взагалі презентація не дуже апетитна. Кускус розсипчастий. Але щодо качки, дійсно, вона м'яка, вона смакує непогано. Ти її замаринувала. І... Утка була реально сочна, я бачила це. І думаю, що, слава Богу, хоч це хоч якась поблажка. Трошки більше її просмажити, я була б задоволена. Дякую. І тут починає мені. Слухай, я просто глаза, я не можу зрозуміти голову, реально. Я отак стою, просто так, щоб мене не бачив ніхто. От, отак от стою, смотрю, там що ти розсматриваю, ботинки свої розсматриваю. І то вже не концерт Віктора Павліка. А Віктор Павлік з мого міста, до речі, з Тереболі. І то вже капець, то вже навіть не концерт їх чотирьох. Представте збірна. Поплавський, Іво Бобул, Зібров і Віктор Павлік. Це був квартет «Пісня».
Усі знімайте чорні фартухи. Балкон. Балкон, спускайтеся. Жодна страва сьогодні нас не вразила. Кожен з вас припустився багатьох помилок. Але кулінарне творіння одного з учасників все ж таки істотно поступається іншим. І все, що ми можемо зробити, це попрощатися з автором цієї страви. Стоїм, така, знаєте, свіча загорілася, така, минута за... Ой, ні, неправильно. Типа, минута така тишини, так ми стоїм. Да, Жуля. На жаль, твоє м'ясо напівсире. Фісташковий краш неїстівний, а пюре з пастернаку занадто солоне. Дашо, я знаю, що ти зараз дуже засмучена. Тому ми даємо тобі цей білий фартух на згадку про мастер-шеф. Проте, на жаль, цей фартух ти не зможеш більше вдягнути на цій кухні. Я была очень рада со всеми вами работать. Мне сказали такую вещь на мастер-шефе, что ты можешь уйти с мастер-шефа, а мастер-шеф из тебя никогда. И фартух это... Фартух это тому доказательство. Ну чому ми як не рідні? Давайте вже обнімемо її. Я, звісно, рад, що вона уходить, вона мені там плісні бісить. Ну, як чоловіка, я її зрозумів і розумію, що, ну, блін, реально їй обідно. Все, Даша, давай. Пожелали ей удачи. Мы ждем ее видео с рецептами, где она будет готовить что-то дома в белом фартухе от мастер-шефа. И нам было, правда, очень грустно, сложно расставаться с Дашей. Я думаю, что они не испытывают чувства. Я всех очень люблю, даже всех, кто в меня не верил, кто мне там гадости говорил, все равно я всех люблю. Серьезно. Ну, в общем, удачи вам всем. Пока. А з вами трьома я ще не закінчив. Сьогодні ви отримуєте білі фартухи, але я б не сказав, що це великий здобуток. Повертайтесь до своїх друзів. А чого ви хлопаєте? Типа, это что, там, победа, что ли, это вы что, там, миллион выиграли или что? Если мне Даша, то, типа, мы все на кислород прямо втроем. Спасибо тебе, Даша. Ты сделала очень сильный рывок такой. Ой. Будь-хто з вас міг опинитися на місці Даші. Попереджаю, це лише перша битва сезону. Далі буде ще складніше. Висновки того, що, коротше, все, я видаляюся з Інстаграму, з контактів, з Фейсбуку і буду, коротше, накачаю собі тих книг рецептів, буду читати. Все, я погружений в мір кулінарії. Сьогоднішню битву треба взяти як урок. Ну, то ще сьогодні перша битва, а потім як почнеться жара, то буде щось.